Всем привет! Мы продолжаем проходить Days Gone, она же жизнь после. Всех причастных поздравляю с 1 сентября, День знаний. Молодцы. Все, поехали. Тысячами. Все, тысячи. Мы ничего не понимали, Ладно. пока не стало слишком. Так, опять подашься в номады. Если продвинуться дальше по сюжету, северные регионы временно станут недоступны. Но мне тут, собственно, уже больше делать нечего. Все задания побочные я выполнил. Поехали. Ты знаешь путь через перевал Тилсон. Ты как-то сказал мне, что... Ничего я не говорил. Иди, да я ладно. Не могу тебе помочь. Просто нарисуй мне карту. После того, что ты сделал... Что сделал я? Да ты на себя посмотри, старик, а? Кэм Шерман? Уходи. И что ты там... Оставь Нет, ты меня давай в покое! Слушай. А что если ты мог бы вернуться назад и все исправить? Я тогда посадил Сару на вертолет с облегчением. Как тебе такое, а? С облегчением. И вот с этим мне пришлось жить. С облегчением. А теперь гоняешься за призраками. Думаешь, найдешь жену? Это если ты найдешь. И все наладится, да? Станет прежним. Деду опять забыли морщины на лице прорисовать. У нее опять лицо похоже на сардельку. Не знаю, попытаться надо. Ладно. Если я это сделаю, покажу тебе путь через перевал. Не возвращайся. Окей. Понял, обещай мне, что не вернешься. Как скажешь. Когда же нас начнут учить с Ордой драться? Так. Черт. Поговорить с Бухарем. Надо поговорить с Бухарем. Ну ясно, сейчас мне нужно будет, наверное, со всеми очень плотненько потрещать. А где выход вообще? Вот это? Ладно, мы отсюда выберемся. Давай, Джеранимо! Перемещение в другой регион. После того, как вы поговорите с Бухарем, начнется следующий сюжетный эпизод. Вы уедете на юг с железным майком и уже не сможете вернуться в Lost Lake. Прежде чем идти к Бухарю, сдайте трофеи и закупитесь у продавцов, если вам нужно что-то из снаряжения. Ну, все, что надо, я купил. Патронов у меня полно. У железного майка так у меня и не набрался третий уровень, но заданий больше нету. Чем еще заниматься в этом регионе, я не знаю. Навыков разваливать толпу у меня пока нет. Охренеть. Понял. Я... Ага. Вот зимой мы были на Farewell Ridge и видели фриков. Тысячи, тысячи фриков не сосчитаешь. Да, я помню. А я все думал, что те, которые остались, все мы теперь бездомные. Кучка жалких беженцев. Да, мир теперь их. Мы выживем. Это мы наловчились. Выживать. Не жить. Как говаривал наш Джек, неважно точно знать, куда ты держишь путь, но очень важно знать, куда вернешься. Мы как-то никогда не говорили, почему все еще носим цвета. Хотя такие вещи в этом дивном дерьмовом мире уже ничего не значат. Да, привычка. Последние два пса на земле — парни из Фервелл. Ну да, байкеры — самые крутые бродяги на разбитой дороге. Именно. Это уже почти как настоящий бренд. Да. Мы много кем были, но брендом никогда. Когда уезжали из Фервелла, без Сары, без Джека, одни, я знал, что мы оставляем все в прошлом, и теперь у нас ничего не осталось. Забыли гвоздики прорисовать. Кроме этого.
грязной поношенной джинсовки с цветами. Да, похоже на то. Бывай, старина. Расти собаку. Как свою собственную. Иди-ка сюда. Если она жива, ты ее найдешь. Мы сейчас за женой поедем. Та-да. Ну, он же на прошлом стриме у нас узнал по сюжету. О, переодели. Он же у нас по сюжету на прошлом стриме мы узнали то, что у нас жена работала на Неро. И ее переместили в какой-то лагерь. А вот он поедет сейчас этот лагерь проверять, живой этот лагерь, работает вообще или нет. Кстати, я еще загуглил, нельзя никак найти одежду в этой игре. То есть, ну, ты не можешь переодеваться, тебя переодевают только по сюжету. Как ни крути. Да, Майк, готов. Встречаемся у ворот. Не заставляй меня ждать. Да, конечно, как скажешь. Сейчас мы с Сарделькой поедем. Куда-то. Ну, за кордон. Привет. Майк поведет тебя. Ну, сейчас через с нами перевал? Все попрощаются. Ага. Слезу пустят скупую. Ты правда думаешь, она жива? Типа миллиарды погибли, а она осталась жива. Ну, мы. Причем работал на весь этот отряд, на весь лагерь. А провожать только вышли лесбиянка и Мишон, отлично. Уже как-то выжили. Если я сдамся, если я... Вот так и делай добрые дела. Этого, тогда я стану таким же, как... Как мы. Да? Тихо. Я слышу... Слышу музычку. А, с такими правами. Как железный Майк, как бухарь. Лагерь. Зачем нам лишние, зовут, да? Предъявы. Иди. И отыщи. И больше не приходи. Не, ну слава богу, хотя бы больше посерьезно камень петрушить не придется. Ладно, я пойду. А то он с этим камнем просто может реально крякнуть мозгами. Слушай, знаешь, что я думаю, Дикон? Бля, я думал, она сейчас ему треснет просто в лицо. Тебе так резко повернулась. Просто страшно. Да, мне страшно. Ты боишься быть частью чего-то. Ага. Ты нам нужен, и тебя это пугает. Бля, ну хорош душить, а. Мне жаль. Да, и мне. Сейчас все поздыхают тысячу раз. Но она обиделась, то, что он ее не чпокнул. Че поделать? Готов? Поехали. Да, не терпится отсюда убраться. Угу. Сейчас у нас, по идее, другой будет зимний в основном биом, и мы найдем еще один лагерь, четвертый. Но это уже финальный будет лагерь. Давай, нам сюда. Ладно, показывай дорогу! Может быть, хоть в том лагере научат драться с толпой. Все, старый, куда едем? Я помню, что когда мы только пересечем границу между вот этими вот двумя районами, сразу же на меня нападет Мишка-зомби. И с ним придется очень долго, по-моему, бодаться. Ну, не знаю, может, сейчас уже попроще получится. Мы с Джеком разок рыбачили. Ну, тогда еще. Херово, что у меня с собой пулемета нет. Да? Я бы там у Мишки... И не знал, что с ней делать. Усыпы пооткрутил. Да, Джек такой. Он вас держал в узде. Вы, конечно, много чего натворить успели. Угу. Но вроде обошлось без убийств. Преднамеренных. Ой, начинается сейчас. Мы никогда сейчас не стреляли первыми. Ну, пердолить не ближний свет, сейчас они будут долго-долго разговаривать, чем мы занимались тут все это время.
Вообще, в принципе, игра любит частенько повторять. Знаешь, сколько сюда съезжалось туристов каждое лето? Чем ты занимался? Немало. Тысячи. Так, потому что она, наверное, длинная, и разрабы решили нам периодически напоминать, всю линейку сюжета. Папаши с пивным пузом и их сопливые дети. Радуга из панам, шлепанцев и гавайских рубашек. Ползли по этой дороге все лето, как разноцветные муравьи. Из Лос-Анджелеса, из Фервелла, отовсюду, без остановки. Хорошо, что я сюда не ездил в это время года. По-моему, мы уже почти приехали. Ну, рядышком где-то. Сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, мы повернем налево сразу. Бля, ну... Че, уроды, что ли, нахер? Бля, не могли машины свои ссаные поставить? Как-нибудь по-другому, пиздец. Че, отодвинуть, что ли, некому? Бля, тут надо-то две тачки поправить. Причем эта механика есть в игре. Я бы некоторые машины серьезно бы сдвигал. Вот именно вот в этих вот тоннелях. А чё, где старый-то? Чё там остановился? А? Я думал, у него резкий приступ. ДЦП. Помощь нам не помешает. У меня нет выбора, Майк. Чё, какая помощь? Ага. Понятно. Иди за мной. Вон туда нам надо, через горы перебираться. Да, ладно. Жух, жух. Да, я же говорю, мы налево поедем. Вот примерно в этом районе у нас начнется коварная музычка с авторскими правами. Прилетало, дело такое было. Пришлось кусок этот удалять. Ну, в принципе, тут в этом куске, блять, ничего важного нет. Старый хера толкнул меня, и я застрял. Да, блядь. Ай, ты жопа какая-то. С этими машинами пока, блядь, все объедешь. Ну, какой снегопад тут. Ну, прям этот, RDR 2, да, начало. Все в рубашечках тоненьких. По крайней мере, старый. Но, наверное, уже этот какой. У него уже это, деменция полным ходом. И, возможно, он уже холода вообще не чувствует. Пришли. Чё, уже? Чё так резко поворачиваешь? Всё, дальше я своим ходом. Всё, дальше я не поеду. Держись этой тропы. По ней ты спустишься прямо в долину Diamond Lake. Если меня не заметет храм собачьим. Надеюсь, ты не ошибся, и твоя жена жива. Жива. Ну, может быть. Бля, когда ты едешь на байке, когда ты едешь на байке, там же по-любому, ну, холодно, вся херня. А у них тоненькие куртки. Сейчас, наверное, дед просто приедет обратно к себе в лагерь. Если у него по дороге эта рубашка не оттает, то он может ее просто как кольчугу, наверное, снять, вот так поставить в коридоре. И она стоять будет. И у этого тоже. И себя. Что хорошего, если все остальные мертвы? Все. А музычки с авторскими правами я отключил. Тут какой-то типа кантри какой-то играет. Подозрительно. Из-за нее авторки прилетают. Поэтому доедем без музыки. Бля, сократить бы, конечно. Подожди, вот так вот. А, тут везде горы какие-то. Ну вот, по-моему, вот тут можно сократить. Да, все в порядке. Ща как увидим жену. Как он начнет с ней лобызаться.
Ну и все, мы почти на месте. Кстати, а что у нас по карте? Она есть вообще? Ага, то есть. Мы вот здесь вот все где-то дело проехали. Карта это осталась. Я вот не помню, будем ли мы сюда вообще возвращаться. Но замес точно я помню на лесопилке. Я даже не знаю, где она. Но, короче, он будет. Скорее всего, мы потом будем туда-сюда слоняться. Между биомами. Между районами. Не суть. Добраться до вершины. Вот, а сейчас нас Мишка начнет крепить просто. Я будем драку с медведем закреплять. Он там весь такой в колючей проволоке, бешеный. Если ты жива. Фотку смотрит, а там просто фотография клоуна. Стрельба. Так, давай-ка попробуем сейчас музыку включить. Чик, чик. Сколько там, на тройку, да, по-моему, стоял. Всё. Мэйдэй, мэйдэй! Капитан Коури! Вы слышите? Мэйдэй! Да я тороплюсь, ёпта. Чёрт, попробуй ещё! Да, я Зорька. Чё происходит? Чё-чё? А, нет! Вон там Мишка их дрючит. Так, товарищ медведь. Твою мать! Ну, вот эти вот Михаилы опасные. В смысле спали? Пошел ты в жопу. Тебе надо, ты и пали. Сейчас мы медведя ёбнем. Не вопрос. Тихо. Тихо. Я ж нажимал перезарядку. Так, рано. Давай его в жопу ножом тыкай. Крути своими штуками. Какой нож? Блять, перезарядиться надо, он меня догоняет. Быстрее, блять. Ой, куколка, он перезаряжаться не дает. Поздно. Ну, наконец-то перезарядился. Спасибо. Да ёб твою мать. Хуя там у меня не получается. Мишка крепит, как здрасте. Причем вообще без разницы, куда ты этого медведя стреляешь. Да ебаный ты в рот. Всю камеру трясет, непонятно в какой момент надо нажимать. Чтобы он его треснул хорошенько. Да похер, сейчас завалим, наконец-то. Еще один трофей. Еще один трофей. Такой себе трофейчик, кстати. Да. Охренеть, мужик. А пистолет в руке. Я пистолет вообще не доставал. Расслабьтесь. Он уже подох. Но ты крутой. Все, целуйте мне ноги, я молодец. Я Рассел. Глен Рассел. Рядовой Малинс. Привет, Рик. Я Дикон Сент-Джон. Как говоришь, рядовой? Да, так точно. Дешутское ополчение. А ты не местный. Через перевал пришел? Это гопники? Я так, по окрестностям брожу. Пришел из Солт Флэт с востока, от Силвер Лейк. Фух, ага. Ничего себе. Мы здесь таких не любим. Как перешел через 97-й? Эй, братан, ну ты даешь. Что? Да он твою шкуру спас. Полковник же приказал сторожить все подходы из севера и с юга, вот я и... Слушай, успокойся, ладно? Давай с этим капитан разберется. Капитан Очевидность? Ладно. Да он... Он только что шатуна завалил. Идем с нами. Лагерь рядом с Diamond Lake. Там и жратва, и кофе. Спасибо, с я видел. Почитается. Ну да, идем. Годится. А Флорес? Нельзя его бросать. В лагерь утащат, расчленят там. А, ты покарауль, а я привезу горючее. Нет. Слушай,
Будь здесь. Возьмешь его патроны, а я быстро. Хорошо? Дико, но очень доверчиво. Ну, веди. Правда, если бы он его каким-то каннибалом бы приволок. Держись рядом со мной! Нихуя он стартанул вообще. У нас в последнее время всякий сброд шастает. Если нарвешься на патруль, могут быть проблемы. Ага. Ага, понял. Как говоришь, дешутское ополчение? Ты пойми, мне главное, что харчи дают. Если для этого надо ходить строем и говорить «Есть, сэр», мне несложно. И много вас тут? В этом лагере человек 100, может больше. Трудно сосчитать. А вот да, это большой лагерь. Гораздо больше. А еще и база есть. Ясно. А женщины там есть? Насчет баб можешь... Есть дрюкнуть ты кого? Полковник сказал, чтобы никакого панибар... Панибратство! Панибратство, да. Да, вот этого. А так-то к нам принимают всех, и мужчин, и женщин. Полковнику главное, как чтобы резко человек да, перетекает из зимы в какое-то пустынное лето. Короче, ты меня не так понял. Я ищу группу людей, среди них женщина. Это знакомые мои. Год назад вместе в дороге были. Они ехали со стороны Сильвер Лейк. И по идее должны были остановиться в одном из лагерей беженцев. Сильвер Лейк? Болтун — находка для шпиона. Просто он видит этого чувака 10 минут, он его знает, да, спас от медведя, но хер бы с ним. Он просто ему все вообще выложил, вообще все, что знает, наверное. Вот дурак. Что-то ты путаешь, там уж год как ни одной живой души. Ну, может, не год, может, больше, тут хрен уследишь-то за временем. Ага. В общем, я чё спрашиваю, не могли они у вас оказаться? В смысле, вы из лагерей Нера никаких беженцев не подбирали? Ну, могли. Я говорю, у нас большая армия. Спроси капитана. Он сюда ехал через Солончаки. Может, он знает. Капитана? Да, Коури. Он командует лагерем Diamond Lake. Скоро там будем. Мы на месте. Это капрал Рассел. Открывайте! Так, это мы только в лагере, да, получается? А где у них база тогда? Еще дальше, что ли? Доложи. Он был у нас уже в руках, байк его нашли, еще дымился. Но упустили, да? Нет, сэр. Я вспомнил, у нас вот этот вот шоколадный товарищ нас научит орду разваливать, который с повязкой дружинника. То есть, да, упустили. На нас там шатун попер. А Малинс и Флорес? Флорес погиб, капитан. Малинс сторожит. Понял, капрал. Бери горючее. Гони к Малинсу. Что делать, знаешь? Да. Да, сэр. Это, если б не он, мы бы все там полегли. Я вроде как пообещал ему на сегодня еду и ночлег, сэр. Капрал, давай вали отсюда. Щенок. А ты у нас? Дикон Сент-Джон. Капитан Дерри Коури. Опа, колечко знакомое. Не, все нормально. Колечко, колечко, кольцо. Я просто как-то устал, уже много дней в седле. Этот Рассел сказал, вы берете людей? Записаться хочешь? Я думал осесть где-нибудь, да, лагерь найти. Что, возьмете? Идем. Так. Давно по Одищу скитаешься? Трудно сказать. Там быстро теряешь счет времени. Пока у нас тут все закрыто. Ой, есть где починить байк. Снаряжение? В лагерях давали поручения, я выполнял. В основном охотился за головами. Ладно. Он сейчас ему расскажет, кто такой, конечно. Опять же, все выложит на блюдечке. Вот. Держи-ка. Это деньги ополчения. За спасение бойцов. Их тут везде принимают. Хорошо. Что за деньги такие? Одна бумажка. Мы скоро будем выдвигаться. Выдвигаться куда, интересно? Ты вроде говорил, умеешь следы искать. Ну так. У нас тут не Одищи. Порядки армейские. Угу. Точно потянешь? На понт взять решили? Я тебя возьму. Но присягу примет полковник. Будь с нами. Поможешь? И я тебя отведу.
Я понял. Меня больше смущает то, что у них у всех повязки на этом. Господи, у этого ублюдка мое кольцо. Угу. Он отобрал его у Сары. Он отобрал его, потому что сама бы она это кольцо ни за что не отдала. Значит, она где-то здесь. Вот именно. У него есть кольцо, которое бы она вряд ли отдала, но могла бы. Она могла бы его подарить или еще что-то. Он сразу такие выводы делает, как будто бы жену его дрючат там толпой. Ну, подходи. Я не... Так. Не видел тебя здесь раньше. Я Лукас Монро. Да, я... В общем, я только прибыл. Ну, у меня первый левел доверия. Ну, ты осмотрись. В принципе-то и искать нечего. Всякие запчасти для байков, если кредиты есть. Ага, ладно. Ага, у меня 2000. Я бы мог байк... бак чуть-чуть пошибче купить. Бензобак Death Stranding. Что это еще? Тоже Death Stranding BB. Но он прикольный, слушай. Да, вот отсюда начинаем. Вот эти баки. Самые топовые. У них максимальный запас топлива. Ну, мне сейчас вряд ли на что-то хватит. Кофры, да. Все, короче, постой. Ну, ладно. Бля. Что тебе нужно? Вот здесь, по-моему, рама. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А, мне вообще на что не хватает. Короче, я еще Салабон в этом лагере, и денег у меня нет. Вот. Ладно. Ладно. Как дела? Снова. Недавно здесь? Просто я возьмем припасов и все. Друзья называют Берги. Берги. Дикон Сент-Джон. Да, я только прибыл. Что вот ж, второй уровень Дикон для Сент-Джон. Покупки аптечек. Займись Хорошо. Своим делом, и мы отлично поладим. Идет? Тебе надо, ты и поладим. Да, мэм. Тут я могу только припасы покупать. За что работу, ж. Найти намада для допроса. Так, ага, это в этом же лагере. Окей, ну-ка, салага, иди-ка сюда. Сейчас будем допрашивать его. Здорово, Михай. Эй. Я правильно прочитал твой ник? Ты как-то не очень похож на ополченца. Спасибо за подписку. Говорится, добро пожаловать. Ни хрена себе. Дикон Сент-Джон, у тебя папаша проповедник, что ли? Нет. Охренеть, вот ведь имечко. Ладно, слушай, Не, ну ты посмотри, это ж долбануться вообще. Ну да. Так что ты, типа, пришел? Не знаю, у него какое-то лицо такого, знаешь, сына богатенького какого-то папочки. И он такой, знаешь, как избалованный какой-то хрен, короче. Завербоваться в армию, в солдатиков? Не знаю, может, слушай, ты, походу, водище был не так давно. Я так припоминаю немножко характеристику этого персонажа. Я ищу человека. Мы были вместе в пути. Ты тут никого похожего не видел? Нет, друг. Но выглядит зачетно. Я б такой вдул. Пойду я, друг. Мне на осмотр будут типа в шее... Прежде чем всяким уродом пихать фотку своей жены, ты сначала просто, ну, узнай человека, что он такой. Может быть, это вообще лагерь педофилов каких-нибудь. Или каннибалов. Куда ты приперся? Хрен его знает. Он в этом лагере 15 минут. Тут же давай всем фотку раздавать. Кто такая? Не видел ли ты? Он торопится вообще. Удачи тебе, Дикон Сент-Джон. Охренеть, во имя-то. Нет, этот совсем упоротый. Он бы не запомнился. Это ты упоротый. Если бы она пороже ему дала. Ну, Сара, где ты? Куда ты делась? Так, у меня 3 точки, да? Здесь. Откуда ты знаешь, что ты здесь? Может, она расчлененная где-то уже валяется? Может быть, здесь. Это что за хрень? Смотреть лагерь ополчения Diamond Lake. Мы ведем войну. Ладно. Мило. Хорошо, что у нас с Сарой не было детей. А то что? Ребенка это... Да. К чему это вообще? Он первый раз за игру? За сколько часов? Наверное, за 40 об этом говорит. Заглянем в эту... Лазарет. Учитывая ее специализацию, ей там самое место. Ну, когда позырим, что тут люди делают. А, черт, здесь ее тоже нет. Угу. О, ты же лежала. А вот эта баба очень похожа на тёлку с предыдущего лагеря. Вы не могли бы мне немножко дать пройти? Вот что ты вылупилась?
Вали нахер отсюда. Она еще ближе стала. Блять, и что теперь делать? Здорово, Лами. Только с учебы приехал. А что так поздно? У меня дела отлично, сегодня выходной. Сегодня стримим. Сейчас жену будем находить. Вот только вот эта гнида мне даст пройти, мне даже с ней сделать ничего нельзя. Я застрял, короче. Блять. О, наконец, вали отсюда нахрен, тетя. Блять. Если бы можно было бы давать ей пинка, я бы с удовольствием это сделал. Просто вот все. Она вот мне не дает. Тут я не знаю. Вагон людей пройдет мимо нее, но он почему-то застрял. Так, все, я нахрен и выхожу, а то она мне сейчас опять преградит мне путь. Зачетная кепочка. Которая не идет. Сара? Сара, ты здесь? Черт, не здесь. Он заходит в этот, как его, в палатку, видит то, что там ни единой души. Сара, ты здесь? Здесь нет. Ну да, конечно. Не могло же все быть. Как зайти в туалетную кабинку и спросить, кто тут? Сен-Джон, ты слышишь? Капрал Рассел сказал, у тебя есть рация. Но. Да, да, я слышу. Жди меня у ворот. Хорошо. А с кем я разговариваю? Жди меня у ворот. Окей. Скоро выдвигаемся. Не передумал? Да с чего бы. А ты тут потрудился? Так, малость. Завалил пару десятков народу, чтобы заиметь такой модик, но мне сиденье не нравится. Открывай! Я бы сиденье другое поставил. По-моему, не будет такой возможности, но при возможности обязательно. И как? Ездишь-то нормально? Заебись. Ну да, в общем, нормально. Если хочешь пополнение, классно. Покажи, что ты годен. Постарайся не отстать, Сен-Джон. Строили ромашку, годен, не годен. Да, мы едем. Так что там такое произошло? Вроде похоже на лесной пожар, но там пни обугленные. То есть... А, мы едем к капитану Америка, да? Деревья срубили, а потом уже сожгли. Зоркий глаз, мы зовем это мертвой зоной. Древесину пускаем на баррикады, остальное выжигаем. Поэтому любую орду мы замечаем издалека. И что? Вы собираетесь все здания тоже сжечь, чтобы фрикам было негде спать? А ты знаешь их палатки. Я ж говорю, я водище не первый месяц. Так это вы и хотите сделать? В смысле, ополчение? Решили спалить все дотла? Мы ведем войну, Сен-Джон. Ради победы мы пойдем на все. Войну? А что это, если не война? Ты знаешь, что такое одище. Ты видел орды. Остановить их можно. Кстати, у них же была охерительная идея взорвать тоннели и завалить проход, чтобы вот сюда вот. Вот в этот район фрики не ходили. Чё, все уже забыли про это дело? Я-то, блядь, помню. Мы будем этим заниматься? Или нет? Но армия! Наша армия! Одной армии тут будет мало. Мы это продумали. Если полковник тебя примет, узнаешь. Ты куда он нахер денется? Ты спрашивал про уцелевших из Silver Lake. Ты кого-то ищешь? Нет, не совсем. То есть... В общем, я пересекался в Одище с группой ребят. Думал, они могли осесть в том лагере. А я думал, может, ты хочешь получить за кого-то награду. Нет, нет. Я, конечно, выслеживал раньше людей, но не на таких расстояниях. Ни одна награда этого не стоит. Приехали. О, так мы же обратно вернулись. Слушай, а у него к байку там какой-то этот... Капитан здесь. Примотаны два баллончика даже каких-то. Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Diamond Lake. Берите, как его, Тейлора? Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время 6. Не понял? Я буду в 6 часов. Пора бы начать разбираться. Я тоже не сразу понял о чем-то. Расчетное время 6. Что, блядь? Нашел чего?
А сколько этот... Васкес. Васкес у вас пробовал? Васкес. Недели две или три? Время не терял. Это что? У вас были проблемы с поставками? Ну, там, мародеры. Ну, да. Понятно. Ну, что, дальше? Он стукачом, что ли, был? А или чего не пойму. С того, что Васкес что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. Что ты, лысый, не знал? А я вот только глянул и все сразу рассказал тебе. Ну, следы искать. Вот, какие-то у него два баллона примотанные. Идемте, надо заглянуть в эту хижину. Шарик, поделись мотосусликом. Прикольный, походу. Да и сиденье у него козырное, я смотрю. Я бы позаимствовал такой дрон-булет. Обыскать хижину. Давай. Что мы ищем вообще? Собачья игрушка. А нахера? Говорите, он украл пайки и боеприпасы? Да. Этот паёк наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте. Значит, он ушел через черный ход. Угу. Можно что-нибудь смастерить. А что-то сожрал, короче, чуть-чуть с пайка. Куда-то уебал, походу. Выследить дезертира. Стоп, смотрите. Подожди, а это не тот дезертир, который валяется? Это порезано. Я думал, это тот. Вот, который трупом горит. Мы еще кого-то ищем. Что там порезано? Вот эта штука порезана. Хорошо. Не ржавая. Выследить. Ведь давно порезали. Да, идемте сюда. Так это может быть Мишка вообще прошел мимо. Прям сквозь колючки. Это же медведь-зомби, ему вообще похер. Они об этом не думают? Эй, постойте-ка. Вот. Вот говно медведя, все нормально. Да, нам повезло. Вот следы в говне. Кто-то вмазался ботинком в говно. Стоп, погодите. Нашел что-то? Патроны. Да, гильзу. Гильзу, да. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идемте. В говно, может быть, он убил говно? Стой. Там волки позорные. Опа, иди-ка сюда. Стоп, стоп. Подсыпай. Не похоже, идемте. Он жрет смотреть тушу какого-то оленя. Оленя какого-то, да, жрет. Неплохо. Уничтожить а волков. Вижу. Стоять. Я так и думал. Волками лучше на ближний бой. Да, ты их только так чуть-чуть можешь зацепить. Давай, иди сюда. А чё, лысый не попадает? Вроде это последний. И чё, религия запрещает, да, по волкам стрелять? Похоже на то. Молодец. Он в них, наверное, обойму высадил, продать, пока я тут их. Того самого. Ну ладно. Хоть как-то. Да, шкурки-то мы, естественно, тоже продадим. Все полезно. А, ну да, мы к оленю. Сюда же говенные следы шли. Так, мне нужно его рассмотреть. А я бы волка рассмотрел. Мне с него шкура нужна. Человеку вашему было маловато пайков. Попал четко в голову, наповал. Волки услышали выстрел. Им олень был нужнее, чем Васкесу. Да, другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкеса, а один охранял тушу? Вероятно. Пойдем проверим догадку. Я логику действий вообще мужика не понимаю. У нас тут много волков водится? Незараженных, в смысле? Патрули видят почти каждый день. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры и лесопромышленники. Ну, зато теперь они тут расплодились. Ну, это волк лежит.
Давай быстрее, ну. Блядь. Ни перекатов, ничего. Стоп, стоп, стоп. Это волк и шмотки. Это рюкзак. Один из наших. Кишки чьи. Видимо, его почти догнали. Обугленный. Он бросил груз, чтобы бежать быстрее. Нет-нет, чтобы выиграть время. Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкис его завалил. Два выстрела. Ты все это понял? Да. Как? Во-первых, идет снег. Если там была какая-то борьба, даже несколько часов назад, это все уже должно было замести к херам собачьим. А тут он прям целую картину событий, как Бэтмен восстановил. У него может быть что там, зрение какое-нибудь специальное в жопе спрятано. Стой, пригнись, там фрики. Захоронение Неро. Это на нашей карте не отмечено. Их тут. Нихуя их тут. Ну, тогда можно догадаться. Живенько. Пошел сюда. Давайте обойдем. Давайте, да. Давай, рассказывай мне, куда идти. Сен-Джон, сюда. Все-все, я здесь. Я если здесь. Честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда-нибудь дрался с Роем? Да, было дело. Нет, не дрался, он пиздит. Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче, а задачей сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится, так уж мир устроен. Куда? Ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Но фрики уходят. За милю чуют. Часть нашей стратегии – находить захоронения, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Как она это видит? Дорога. Подождите секунду. Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Хм. По логике вещей идет снег. Просто он, ну, все следы, вообще все следы должно было замести, ну, через час, ну, через два. А тут он просто подошел, и все следы видно. И кто как где дрался с волками, все видать вообще. Тушу замело оленью. Но она как бы замерзла. То есть, если туша схватилась, мясо, как показывали камерой, оно прям все замороженное. Значит, туша уже точно несколько часов лежит. Она как с морозильника точно. Ладно. Ладно. Пошли. Я молчу. Ой, блядь. Сказочники. Вылезают в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь, даже просто тучи. Ну, я уже понял, ты фриков знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. Что он делает? С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Да, да, вы это уже говорили. Слушай, он кого попало не берет. У него какие-то очень странные движения. За меня не переживайте, мне по большому счету все равно. Что, че ты дергаешься, чувак? Сейчас с тобой. Ладно, хрен бы с ним. Стоит, что-то дергается на одном месте. Что происходит? Я, кстати, вообще без понятия, куда бежать. Эй, стойте. А, все, по следам. По следам бежим. Это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? А вот на этой лесопилке, значит, мы будем с ордой драться. Если я не ошибаюсь. Ну, или... А, нет, на другой. Это, видно, это не лесопилка, да, вообще. Наказание за самоволку? Какая-то деревушка мелкая. А что? Это значит, что Васкис без боя не сдастся. Угу. Куча байков тут. Сейчас будем стрелять. Истреблять лагерь весь. Ну, это мы быстро. Не узнаете своего? Да. Вон он. Ну что, могу сказать, как-то вы фигово новобранцев проверяете, он тут явно как дома.
Подождем здесь. Вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! Ого! Дерзкая попалась! Ишь ты какая! Это мы посмотрим! Да ну нахрен! Что? Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А чё, да мне красная повязка, вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Как она дерзко. Вы мне, говорит, никто. И звать вас, блядь, никак. Спасибо, вижу. Ну-ка, попаду. Ну, почти. Далековато просто. Я тебя вижу, застранец. У него, походу, голова была бронебойная. Ранение. Вау. Паника в селе. Там все ходы закрыты. Да, далековато. Должен быть другой вход. Помчали, короче, их разматывать. Да ёпа мать. Вы чё? Прямо перед тобой. Сколько ещё людей? О, снайперок. Кто-то еще кинул этот коктейль молот. Хрена, их тут народу 16 человек. Давай-ка мы так позабавимся. Чик. Оп. Капюшон отстрелим. Где они? Думаешь, можешь победить? Все, вижу. Вижу. Тебе конец. Вот так вот. Ну ты попал. Ну ты попал. Попал, ЦК. Ну ты попал. Последний, кстати. Я не знаю, где он. Может быть, в доме? А, он меня зацепил! Это последний? Да. Похоже, это, видимо, последний. Неплохо. Давай мы, наверное, что-нибудь пособираем. Васкис больше не мой боец. Уже нет. Его только что сам застрелил. Говорит, не мой боец. Стерилизатор. Дай-ка мы починим биту. Желательно всех осмотреть. Как проституток. А можно всех посмотреть? Тут еще здесь вот. А, вот он. Чего, какая давай, шлюха? Рискни, козел! Кто с кем разговаривает? А, они там в доме. Есть. Что они там делают? Заперто. А, да, точно, нужно же другой выход. Ну или вход найти. Это все, что ты можешь? Блин, давай какой-то другой выход искать. Вот. Тут нет. Вообще с другой стороны лагеря, что ли, обходить? Ага, прям под домом надо проползти. Не зря здесь такой большой проход. Так, покараульте пока здесь, а то вдруг еще кто-то остался. Один справишься. Он и пик. Первый раз. Один, говорит, справишься. А, ну да, они же меня вообще не знают. Да, точно. Здесь можно пробраться. Сейчас взломаем, подожди. Не торопайся. Она ему член разрезала. Вот дикая баба, стреляй ей тоже в голову, она бешеная. Я не психую, я не трону, я хочу помочь. На убийца членов. Ты нахер помощник. Пошел ты нахер, козел. Я в сторонку отойду. Я бы ее отпустил. Или убил бы лучше. Она статистичная убийца. Подходи ко мне.
Вот маньячка, а. Мы не с ними. Да мне похеру, с кем вы? Ладно, ладно. Баба-маньяк. Страшное дело. Это что сейчас было? Да вот, хулиганы девушку обидели. Васкис? Мертв. Мертвее некуда. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Говорит Коуи. В чем так медленно идет? Мы прибыли, направляемся к главным воротам. Оставайтесь на месте, ждите нас. Где главные ворота? А как же противник и... Они все нейтрализованы. Ну оставайтесь да. На месте. Не благодарить. Конец связи. Пошли. Лысый только одного при мне убил и все. Мы тут подогнали мотоциклы. Ну, чтобы вам пешком не идти. Свободен, капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день. Вот и спрашиваю, как я, прошел? Да ну, какие уж там у нас проверки. Сам видишь. Мы так гребем к себе всех подряд. Темнит он что-то? Да. Ты прошел. Сразу сказать было нельзя. Отвечай, сука, правильно на поставленный вопрос. Ну? Едем к полковнику? Да, поехали. Почему бы и нет? Я не совсем понял, зачем мы лагерь-то зачищали, ну ладно. Да все из-за заварухи. Ты знаешь, как выглядит паёк, знаешь, как проводить разведку, знаешь, что такое тактическое перемещение. Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Во флоте. Я стараюсь не афишировать. Подожди. А то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех, подождёт, кто раньше нормально носил форму. Лом. Сразу же, да? Плюс 3, отлично. Стой. Патроны-то я забыл. Мне наверняка придется здесь часто проезжать. Но пока у меня нету денег в этих лагерях, придется все опять пылесосить. Хотя я не знаю, может быть я потом и вернусь к железному Майку, но мне кажется, вряд ли. Это довольно-таки и так большая локация, где мы совершенно удивительно проведем остаток последней игры. В армии я был в 10-м горном, отслужил полный срок в Афганистане. Ну а вы где? Военного всегда можно узнать по выправке. Ни у кого из ваших бойцов ее нет, только у вас. Говорю же, зоркий глаз, я служил в ВВС 10 лет в составе САК. В Орегоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске, представь себе. Повезло, пока связь не пропала, я каждый час получал донесения со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссисипи фрики разнесли за 2 дня. Подожди, я тебе кое-что покажу. О, у нас фары одинаковые, кстати. Только у нее еще по бокам какие-то прикольные есть. Бывал в этих местах? Да, я жил чуть к северу отсюда. О, что-то под лаги. Катсцене. Нет, захолустье в ожидании конца света. Все выровнялось. Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Вот у нас... Тут у нас несколько капрал тусуется. Заезжали сюда. И жена заодно. С женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. 12 лет прожили. В общем, давно это все было. Че своей жены он ему не стал показывать фотку? То есть в лагере первому встречному он в рожу фотографии жены тыкнул. А тут он не стал. Это странно. Хм. По-моему, это значит вход воспрещен. А?
А, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей — это как-то не камильфо. Камиль что? Ну, это по-францу. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Ха-ха, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Что мы тут делаем? Ну, продолжайте вести диалог-то хотя бы. Так, куда мы идем? Иди по тропе, это недалеко, правда. Он я решил водопад скинуть, что ли? Видела бы мама, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала. Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже. Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так-так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им, да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О, да, верю. Прямо можем побыстрее идти? Мне давно, спать пора. Я в курсе. Все, ложись прямо тут. Все, серьезно, пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? Ну и нахер мы сюда шли тогда? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект... К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, а я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп, это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Куда он ее привел? Это конопли, а это растительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да, раскусила. Неплохо они тут устроились. Посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. А, я думал, он ее привел в свою святая из святых. А она начала нос воротить, и придется ее обратно домой теперь везти. Не-а. Нет, дело не в конопляной ферме. Куда-то он ее еще тащит. Обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. В лунном свете. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни? Хера, какая луна. Я видел звезду падшую. Вот таким, павшу. Как есть. Падшую. В каком смысле? Загадывайте желание. Тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда.
Нет, неправда. Это луна лита неестественная, по-моему. Кое-что из моих вещей к тебе. Выглядит красиво, но неестественно. Слишком такая... близко. Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно, ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить, и мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду, я хочу тебе кое-что показать. Ну, мы этот трёп, конечно, слушаем для раскрытия видишь? Характеров персонажей. Вот зачем я тебя сюда позвал. Красоту показать. Сейчас будет секс. Секс! Обалдеть, как красиво. Вау! Тебе нравится? Конечно, да. Давай купаться. Я тут тебя спросить хотел. Да? Опа. Дикон. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, она хватит. Сама это сказала. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубный перстень на палец надел? Ну да, что? Вот хоть не подшипник какой-нибудь. Ну или хомут. Какой милый. Клыкастенький такой. Грызет свою цепочечку. Символ истины любви — это... Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну, это... Мориор инвиктус. Смерть прежде поражения. А, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь? То есть это, конечно, да, конечно. Красивое. Это ведь но просто... все-таки мой перстень. Ну да. Его надо он будет. Твой. Вернуть. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. Чем перстень, не знаю, у него, по-моему, два пальца туда поместятся. Давай. Алло. Он небольшой. Да. Нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю, просит приехать. Что, вставай. Сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи? Прости, очень надо, с меня причитается, ладно? Ладно. Идем. Иду. Вот такой вот флешбэк. Мою жену звали Бет. И врет. Не осталось. Зачем врет? Идем. Он просит в этом лагере доверия и сам тоже врет. Это странно. Типичный случай. Не понял, вы о чем? Ну, нет фотографий ни жены, ни родных. И почему типичный? Раньше все пользовались смартфонами. Там хранились все фотографии. Как телефоны накрылись и облако накрылось, все снимки пропали. Да, я как-то об этом не задумывался. У моей жены, Кэрри, отец был фотограф. Старой школы, лаборатория, растворы, все дела. Не хотел принимать цифровую эпоху. Если бы не он, и у меня бы снимков не было. Я их терпеть не мог. В смысле, мобильники. Все ходили, уткнувшись в них носом, и ничего не видели перед собой. У меня мобилы не было. Интересно, и как ты обходился? У меня была своя мастерская, а в ней последний стационарный телефон в Фервеле, наверное. Что, добрались?
Я не знаю, на какой лагерь надо будет работать, наверное, на оба. Этот будет все-таки, мне кажется, основным. Вы, смотрю, серьезно подошли к делу. Полковник считает, что мотивация и дисциплина – это ключ к успеху. Давай, ноги переставляй. Быстрее, я просто не могу. Ну, топай! Вот такая мотивация, да? На юге острова трудовой тоже лагерь. Тоже к людям, как к рабам относятся, походу. К службе. Некоторых требуется стимулировать. Ну да. Идем. За мной. Есть. Просто кто сильнее, тот начинает доминировать и ходит, допустим, в водище. Кто послабее, там женщина, однорукий, инвалид, и ты будешь туда вкалывать постоянно, но в этом. Удачи, Сан-Джон. На каких-нибудь фермах, огородах. Что и ты попался, а? Неудачник. Здорово. Снова встретились. Сэн-Джон, да? Сын проповедника. Тейлор, какой нахрен проповедник? Чё ты заладил? Да шучу я, чувак. Бабу-то нашел? Что? Ну, бабу ту, про которую тогда спрашивал. Нет. Снимаем побрякушки, часы и все такое. Кладите чего? Сюда. Ладно, чё, спорить буду. Сейчас разбежался. Новобранцам вещей не положено. Тем более их все равно сопрут. Давай. Выкладывай. Ага, сопрёт, конечно. Нашел лохов. Смирно! О, Капитан Америка идет. Сэр, я сэр. Бойцы, вольно. Воинское приветствие. Мы не рады случайным людям. Вы приняты по приглашению. Завербованы моими соратниками. Когда будете отвечать, первым делом представьтесь, начиная с фамилии. Да я тут так затесалась. Имя? Черт. Эткинс. Кристал. Сэр. Она не могла сколько спокойно это сказать? Убила? До или после? Отвечай на вопрос. Пошел ты! Дерзко. Все мы здесь совершали вещи. Так можно и в челюсть словить. Чтобы выжить, уцелеть. Всевышний это понимает. Всевышний прощает. Но у этой женщины на лице лежат печати сатаны. Тюремные татуировки. Печати сатаны. Короче, понятно, у нас капрал тоже немножко пизданутый. Именно такие, как она, своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев Господа. Я не знаю, конечно, но мне кажется, это очень херовое сочетание, когда человек чересчур религиозен. И еще к тому же бывший военный. Ну, это что-то вроде фанатика какого-то, по идее. От него можно ожидать все что угодно. Чем они лучше упокоителей тогда? Ну вот серьезно. Просто они не так дергаются, как они, не нюхают какой-то наркотик. Да, окей, они так не делают. Но порядки у них примерно такие же. В трудовой лагере я. Что? Пошел ты! Могли бы повесить просто, вот и все, ни за что. Ну а ты? Тейлор, Уэйт. И нет, сэр, я не сидел в тюрьме, никого не убивал, ничего такого. Да заметно. Ты долго пробыл в водище. Ну, я умею стрелять. Меня папа в детстве брал на охоту, рядом с Кламат Фоллс. Мы там... Понятно. Пойдешь на ферму тоже. Ну, а ты, сынок, стрелять умеешь? Сент-Джон, Дикон. Да, я умею стрелять. Намат, как вижу. Покажи правую руку. Десятый горный. Ирак?
Афганистан. Служил с честью, только не ври. Я пойму. Один срок служил с честью. И ненавидел каждую минуту. Девятая заповедь. Молодец. Все, этого сразу же. Подними правую руку. Клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых Соединенных Штатов? Ты зачем руку поднял? Естественных и противоестественных. Всеми силами помогать своим товарищам и беспрекословно выполнять все приказы. Боец, клянешься ли ты? Клянусь. Разойдись. А чё не с Библией? Ну типа, подними одну руку, вторую положи на Библию, и короче там это, покрестили бы его еще. Видимо, его впечатлили твои... Он же набожный. Я много времени провел в водище. С фриками обходиться умеешь? Это как? Да, сэр, я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Заходи, пусть док тебя осмотрит. What's up, док? И сейчас будет неожиданный твист. Та-дам! Пульс хороший, сердце сильное. Тут нехилый ожог. Как это вышло? Да я тут оладьи жарил. Оладьи, говоришь? На полруки. Кто перевязывал? Я сам. Настамаль, неплохо. Спасибо. Рука нужна, повязку не снимай. Усёк, Амиго? Да, да, я понял. Через пару дней пусть зайдет на осмотр. Ладно. Ну, док? К службе годен, Лорвен. Задачку поручить можно? Нет, док. Я Тьена Новия. Он уже занят. Я понял. К ведьме пойдет. Вайкон Диос. Удачи, Амиго. Идем, сынок. Я не терплю нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. Я делаю исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, Сент-Джон? Ой, я, блядь, душнило нахуй. Ты веришь в Бога? Самое время понеслось это вот. Мы часть его замысла. Все мы. И моя роль. Вот это. Все, ты заткнулся. Спасибо. Сэр? Это место. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц и горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром до того, как на мир обрушилась Божья кара, и понял, это то самое место. Божья кара. Крейтер Лейк? Уизард Айленд? Я называю его ковчегом. Тебе знакомо предание родное? Я пропускаю этот диалог. Не хочу херню больше слушать. Надо привести тебя в соответствующий вид. Как скажете. Но... То, что старый видит по вечерам, мне это не интересует. Сейчас что-нибудь... О! Вот. Ну-ка, примерь. Шапочку дали. Вроде как раз. Хоть не будёновку. Если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья теперь мало у кого остались. Это уж точно. Ладно, боец. Но только... Бля, Марио, тебе ебёт, какую я кепку буду носить нахрен. Хочу, ношу свою, хочу, блядь, не ношу твою. Вот доебался. Но тут у тебя друзей нету, может, ты шапочку мою хай носить не будешь. За усы его дернуть просто нахрен, чтобы закричал. Прячь и не носи. Ты теперь из наших. И теперь он должен носить вашу вообще-то кепку? Вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми. Но раз капитан Коури отрекомендовал тебя как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до капрала. Угу. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Ну, подыщем тебе работу. Из духов он сразу же переместился в черпаки, что ли? Так вот,
О чем я говорю? Ой, блядь, нет. Сразу нет. И бредни полоумного старика я не хочу слушать. Вау! Ни хрена! Черт! Вы как, лейтенант? Здрасте, полковник, я извиняюсь. Многовато ацетона бухнул. Лейтенант Уивер, инженер-химик. Его задача вырывать делать оружие. Ну да, типа того. Я Уивер, Джеймс. Сен-Джон, Дикон. Тоже рука обожжена. Армейская хрень у нас для показухи, правда же? Капрал Сент-Джон под командованием Коури. Если вам что-то нужно водище, обращайтесь к нему. Еще как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновой и пальмитиновой кислот. Вы делаете напалм? Да. Да. Чувак рубит в химии. Да просто догадался. Я не мешаю? А, да нет. А, полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Да. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. Почему-то некоторых катсценов ФПС проседает. Еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров. Не стоит, сэр. Осталось зайти еще в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать нашим ключом к победе. Ну и заодно шоком для всех зрителей. Это что такое? Мэм, вот все, что было указано в заявке. Это кондиционер для белья? Нет, мэм. Ну-ка, прочитай. Ну-ка, выпей. Ингредиенты. Хлор, хлороформ и терпин. Пошел вон. Пошел вон. Жена строит уже тут всех. Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьем ходить? Вопрос решен. Лейтенант Уитакер, это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прикажете. Прочитай. Что? Прочитай. Ты как, читать-то умеешь? Какая конспирация. Ингредиенты: хлороформ, атерпениол, бензиловый спирт, этилоцетат. Пойдет, когда он может начать? Ну, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. В принципе, понятно. С одной стороны, если бы они сейчас друг на друга бы набросились, начали бы обниматься, там целоваться и все такое, он бы сразу же что-нибудь там предъявил бы. Усатый, если он маразматик, то я не знаю, тут и до расстрела недалеко, запросто вообще. Оставь нас. Сара. Встать смирно. Че, обиделась, что ли? Ты не обижайся. Сара, я... Нет. Нет, ты... Поверить не могу в эту хуйню. Ты погиб. Плачет. А ты камень вообще. Ты не можешь быть жив. Эй, эй, эй. Ладно. Погиб. Успокойся. Ты погиб. Все хорошо. Стой, стой. Подожди, я не понимаю, я не смогу. Я думал, ты не выжила, и я... Нет, они прорвались. Мы с Бухарем... Нам пришлось уйти на юг. В Нейро сказали, никто не выбрался. Я нашел Брайана и нашел... Кэрвелл был окружен. Они сказали, там все погибли. Я думал, что... Я думала, что больше тебя не увижу. Нет, нет, я не могу. Послушай, мы можем уехать прямо сейчас. Куда захотим, без оглядки, давай. Нет, нет, Дикон. Я не могу. Они... Тебя силы здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идет.
Разве не видишь? И мы можем в ней победить. Я не воевать сюда пришел. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же не могу так уехать. Мое место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной. Помочь мне. Маленько обработали жинку. А потом... Все, что скажешь, мы поедем, куда ты захочешь. Полковник вызывает. Раньше настрой у нее был другой. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Дикон даже немного разочарован. Возьмите список. Спасибо, боец. В шапке уродской. Привыкаешь как-то к его кепке. Так, мы можем победить. Опыт дали. О, как медленно растет. Ну, тут опять пополняются всякие у нас эти сюжетные ветки. Это ладно. Лекарственная микстура. Наклеечки. Окей. Встретиться с полковником Гарретом. Но у меня всего 350 очков. У меня всего 350 очков. А, точнее, долларов. Покупать особо нечего в этом лагере. Не на что. Так. По веткам. Здесь, да, все, что надо, в принципе-то я вкачал. Давай-ка мы... Что-то я хотел вот именно в этой ветке вкачать. Не то. Так, увеличение дальности взгляда. Да нет. Уменьшение шума при движении и в падениях. Вот это пригодится. Лагеря все равно придется какие-то зачищать, я так думаю. Вдвое больше растений точно нахер не надо. Но что-то придется из этого выбрать. Придется следующее вот это. Глаз следопыта. Растения я вообще не собираю. Так, количество мяса при получении нет. Ускорение восстановления запаса сил. Да, наверное, пригодится. Подсветка контуров противников при использовании. Вот это, наверное, пригодится потом. Эти два. Удвоение эффективности лома при ремонте байка. Да. Дополнительный выброс. Да, вряд ли. Максимальное количество сырья. Вот это вот мы потом прокачаем. Ну да, вот мы, в общем, по этой ветке сейчас пройдемся. Все остальное, в принципе, у меня все, что нужно, я уже взял. Ту ветку добить, необходимость, ну, необходимым докачивать. И потом уже просто в разнобой прокачивать. Сент-Джон вызывает штаб. Уивер на связи. Что тебе нужно, капрал? А в заявке указана ртуть. Есть идеи, где ее можно достать? Да, конечно. Надо было там же тебе и написать. Ее добывают из Киновари. Отряд Коури обнаружил шахту к северу от Diamond Lake. Поезжай туда и на месте выходи на связь. Есть, сэр. И строго между нами. Если полковник не слышит, давай без вот этого вот «есть, сэр», «нет, сэр». Я не старик. Это мы сейчас с Лысым разговаривали, да? А ехать все равно наверх. Почему? То еще какая-то побочка. Здорово, Андрей. Тебя не будут кормить. Стой. Вот это вот что? Где-то тут побочка какая-то горела. Что это такое? Оставляй за порогом, пройти к шахте. Давай-ка мы вот это выберем. Потом по сюжетке сходим. Мне очки нужны. А, все, дальше я не смогу смотреть. Ладно, давай до байка сначала. Где он? Где вообще мой мотоцикл? Мотосуслика верните, ироды. Эй, тебе что тут надо? Давно не смотрел стримы. Так, а у меня тут вообще, в принципе, перерыв был на пару дней, я работал. Сколько?
100%. Хорошо. Слышь, я буду вон там. Что там, какая-то побочка, но она не особо нужная, но хоть что-то. Сейчас позырим, что там расскажут. Но вот этот вот, в принципе, район, он чем неудобен, то что тут все на горах построено. Тудым-сюдым, вот этот вот, дорога Рики, называется Тещин язык. Он едет назад. Дик, что случилось? Он наткнулся на намадов, и они... В общем, они собирались пустить его себе на ужин. Ух ты мой, каннибалы? Ну, я не стал у них уточнять. Какие каннибалы? Конец связи. Так, тут волки позорные. Вот и фрики наконец-то. Давненько с фриками не виделись. Это точно. Сент-Джон! Капрал Сент-Джон! Как меня слышно? Эй, а это вообще работает? Зануда. Тейлор, пашет твоя рация. Что такое? Дикон Сент-Джон! Это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел с самой присяги. А вот это был цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что? Что за хрень они тебе там поручили? Меня тут типа в пехоту упекли. Ходим целыми днями, жжем гнезда. Ой, бля. Рубим деревья, пыль таскаем. Значит, же попадос не был. Исследовательский проект. Вчера я вовремя проехал. Еще за сырьем для... Да, короче. Что вам объясняет? Я об этом слышал. Да, они делают оружие. Биологическое, химическое. Все, наконец-то он заткнулся. Я у шахты. Найти текстовый комплект. Хорошо. Теперь осмотрись. А, тестовый в комплект. В рапорте говорилось, там есть наборы для тестирования руды. Возьми один. Набор для тестирования. Понял. Киноварь красноватая, но не яркая. У нее тусклый блеск. Мимо не пройдешь. Проведи тест. Нужно, чтобы содержание в руде было не меньше 60%. Хорошо. Еще байк заправим. Набор для тестирования руды. Больше беспокоит то, что там где-то орда шакалит неподалеку. Может, в одной из этих. Как лучей. Бы они сюда не пришли рядом. Тут ничего нет. Канистра. Мне нужен набор для тестирования, не топливо. Ну, он последний, что осталось. Фрики там орут, но они где-то вот у меня прям за спиной. Ну, далековато от меня. Чё там красный, что-то он говорил. Красный, но не броский, по-моему, что-то такое ляпнул. Как сюда зайти? О, протиснемся. Винни-Пух, блядь, там застрянет. Потом его выковырят. Так, это то, что нужно. Ну вот, набор для тестирования руды. Ура! Ой, иди в шахту. Угу. По-моему, кстати, это я еще удачно сюда приехал. Либо это сюжетно будет, но мы сейчас в этой шахте словим небольшой попадос. Тут сейчас будет очень много фриков. Хреново. У меня столько патронов нету. Будем надеяться, что я ошибаюсь. По-моему, нихера я не ошибаюсь. Там и банши, и все остальное. Побочка вроде такая. Сначала не очень навязчиво начинается. Ну ладно, что он там сказал? Красная руда, тусклый блеск. Киноварь есть. Киноварь. Камушки. Теперь надо протестировать. Ага, в самый раз. Войти в ствол шахты. Да-да-да. Либо мне тогда крупно, либо мне тогда крупно не повезло. Но я попал прямо вот, прямо на самый замес. Хорошо, что у меня тогда был пулемет, но сейчас его-то нет. Я не знаю, сейчас как будем отбиваться. Тихо. И аккуратно будем биться с ними. Мне главное, чтобы банши не попалось.
Да, чувствую себя каким-то минером, серьезно. Неверный шаг, и просто вся толпа сюда слетится. Что мы ищем? Я уже забыл. Собрать киноварь. Ну, мы так это сделаем. Ну, вот. Чё? Чтобы забрать руду, уничтожьте соседних врагов. А чё, пробки, это, пробирки не работают у нас? Это последний. Ну, явно стрелять не стоит. Шуметь, стрелять. Конечно, попробуем по стелсу. Я не знаю, вообще можно эту миссию по стелсу пройти. Посмотрим, насколько она чистая. Так, хорошо. Прикольно смотрится. Никогда не видел такой минерал. Может, еще найду. Или он вообще не выдуман. Ну вот, киноварь. Ну, что ты не берешь-то? Собирай. Ё мать. Тихо. Спокойно себе ведем. Он тут уже стволы, пистолетики достает. Чтобы забрать руду, нужно уничтожить соседних врагов. А кто? Где? Шахтный насос. Видимо, у них еще тогда случались затопления. Надо только его, ну, включить. Нужно воду отсюда откачать, это я понял. Почему предыдущая не работает? Мне пишут, понятно. Они тут в закутке аж керятся, а он их видит как объекты, которые рядом. Что мешало ему просто взять кусочек камня соскоблить, пока они сидят спокойно, там жуют у себя. Они где-то вот здесь сидели, вот тут прям сидели. А до ближайшего куска хрен знает сколько. Остановился на орде на лесопилке, но, кстати, это самая большая считается орда в игре. Там, по-моему, 500 голов. Это самая большая, соответственно, самая сложная. Ну, я помню то, что я тоже много подыхал на лесопилке. Ладно, проведем тест. Как говорится, попробуй изменить тактику, чтобы ее придерживаться. Еще немного. Так, у нас же этот по-любому, да, просто так не работает. Генератор. Ну да, естественно. Наверху, конечно. Бензин кончился. Все как ну, всегда. А как же? Как же без бензина-то? У нас же без геморроя-то никак. Тихо. О. Вот так вот. Ломика чуть-чуть. А где бенз? Где бензин? Эй. Серьезно, нет бензина? Блин, ну значит он где-то рядом должен быть определенно. Вот он, канистр. Заправлямба. Хорошо. Чё по тебе все орды очень сильные. Ну, я не спорю. Я на каждой орде тоже. Ну, там же есть сюжетные миссии, там где надо орду развалить. Я на каждой орде по несколько раз подыхал, пока уже очень-очень хорошо не стал готовиться. Ну, прям, знаешь, чтобы вот прям точно-точно рассчитать маршрут. Все вот эти взрывчатки везде пораставлять. Всякое вот это вот, да, короче говоря. Нормально. Каждой орде надо очень надо хорошо сходить. Подготовиться. Надо собрать руду. Тогда они чуть-чуть полегче разваливаются. Но ни одна орда не убивается просто. Это я точно тоже могу сказать. Тут на тебя уже чуть больше 10-то народу летит. Уже начинаешь немножко посасывать.
Местами, конечно, но все равно. Больше двадцатки уже можешь запросто соснуть с проглотом просто. Сзади. Нет? Нет, он только спереди. Да, уже поздно шкериться. Главное не стрелять начал. Держим всегда биту в этом в хорошем состоянии. Чик. Стоять. Я так полагаю, здесь тоже надо генератор какой-то запускать. Но вообще генераторы воду не откачивают, откачивают насосы. Ага, это хорошо. Киновать. Хорошо. Еще осталось две штучки. Давай. Вот, годится. О, еще один-два куска и все. Не вылома немного. Хотя бы. И вот тут еще. Ага. Ну, так даже лучше. Ну ладно. Бля, я помню, ладно, что в этой. Проведем. По-моему, тест. В этой миссии попадос у меня был. Я типа буквально, знаешь, последний киноварь собираю. Еще один. Поворачиваюсь сзади банша, она кричит просто, и на меня человек 200 летит просто. И все. А игра как раз вот сохранилась вот в этих пещерах. И за ней. И все, и попадос, короче. Я там в итоге где-то зашкерился между вот этих вот двух скал и стрелял по одному, там что-то рубил как-то, хрен поймешь, короче, была жопа. Как-то выбрался случайно практически. Если я миссии, конечно, не путаю, то походу это вот это была у меня. Может быть, ее проработали, эту миссию нормально. Ну, типа, у тебя в любом случае попадоса не случится. Киноварь, да. Так. Посмотрим, насколько она чистая. Да, пойдет. Собрать. Покинуть шахту. Теперь мы садимся на карты. Вот тут все в говне. Так, полагаем, туда же не, да, не запрыгнет. Слишком высоко. Садимся на карты. И аккуратно, на мягких лапках, нахер оттуда выбираемся. Хоть миссии побочные. Шахта лифта дает. Куда она ведет? Есть только один способ узнать. Хоть миссии побочные, но можно присоснуть тут. Опять же, если я миссии не путаю. Что это там? Еще гнездо, что-то. Походу, им уже давно не пользовались. Сюда я еще не забирался. Ты еще много куда не забирался. Так, стой. Бля, мне все-таки интересно. Любопытство не порог. Да. Так как ночь на улице, они гулять пошли. Прям с его тагой. Ну и все, а там я гулял, короче, сам. Все, выходим, по-моему. Да, выходим, что тут делать еще? Просто покидаем шахту. Без приключений обошлось. Лейтенант Уивер, говорит Сент-Джон. Все, вернее, заебись. Сент-Джон, хорошо, хорошо. Я почти готов. Подожди секунду. Чем могу помочь? У меня кончился изопропиловый спирт. У меня в палатке припасена бутылка водки. Загляните вечерком. Ты когда-нибудь уймешься? Ну что вы как недотрога? Иди нахер. Сент-Джон, прости, я отвлекли. В общем, да, завези кино при первой возможности. Мне от тебя еще кое-что будет нужно. Конец связи. Вот эти вот жители лагеря, они какие-то подозрительные милые вообще. Дикон просто им доверяет, я не знаю, как собачонка.
Если есть упокоители в этом, ну, как бы, вот в этой вселенной. А уже поздно, я уже и так выбрался. Да, там, в принципе, если по два, по три фрика, то фонарь, ну, они все равно нападают. А так бы я еще, знаешь, сколько плутал по этой шахте. Блять, лома мало. Лома мало. Я пока не буду чинить байк. Просто заправляем его и поехали. То, что надо. Хорошо. Хорошо. Ага, просто вернуться на базу. А у нас есть быстрый переход? Да. Ладно. Мы его сделаем. Пока хоть денег и немного, но посмотрим. Открывайте, ну! Даже, пожалуй, заеду на байке, чё. Чё, Сен-Джон! Полтосик снимут за порт телепорт мотоцикла. Как меня слышно? Эй, эта херь вообще работает? Блин, не пашет, наверное. Тейлор, пашет твоя рация, что такое? Дикон Сен-Джон, это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел, самой присяги. Вот это был цирк, скажи. Диалоги повторяются. Тейлор, знаешь, я занят. Что, что за хрень они тебе там поручили? Меня тут типа в пехоту упекли, ходим целыми днями. Блять, я могу этот диалог скипнуть? Рубим деревья, бревна таскаем. Извини, чем ты говоришь занят? Исследовательский проект. Меня посылают водище за сырьем для... Да, короче. О, черт, я об этом слышал. Да, они делают оружие. Биологическое, химическое, чтобы всех фриков спалить, так? Так, все. Мне пора. Ладно. Слушай, тут такое дело. Я просто не уверен, что правильно сделал, вступив в эту армию. Так понимаешь? Стали, чем поживиться. А Тейлор, проверили, что у тебя что-то. За... Лейтенант. Нет. Ешь пиццу? А что за пицца? Нет. Я про армейскую хрень. Я люблю слегонца острую, называется Ракольта. Там... Бекон, колбаса, вот всякая просил. Фигня. Ну-ка. Перчик. Да. Да, отлично. Эй, погоди секунду. На. Кстати, сколько у вас пицца стоит? Полистирол. У нас где-то знаешь, в районе 500 рублей. Пакеты там, все такое. Ага, понял. Слушай, кстати, как пошло-то? Ну, с ведьмой нашей. То есть лейтенантом Уитакер? Я просил оставить эту хрень за порогом. Вы свободны, капрал? Свободно, идите. Опыта навалили хорошо. $350 такое себе. Ну ничего, сейчас поднимемся маленько. Чё, проблемы? Чё, проблемы, ё? Чё-то он дерзкий, конечно. А, ну все. Побочек же у меня точно никаких. Проверяем. А, ну и все. Все, я понял, что орать-то. 20 гривен, 50 рублей. Ну, ни хрена. У нас 500 рублей стоит пицца. Ну, типа, берешь на двоих одну пиццу и вполне можешь ей наесться. Одному так вообще за глаза. Что, наверное, даже останется. Они такие среднего размера, там, какую хочешь выбираешь. Тебе привозят сверху еще сотку. А так можешь просто прийти, заказать, подождать, ну, минут 30, наверное. Тебе приготовят, горячую забираешь с собой. 15 рублей, по-моему, или 20 рублей платишь за упаковку. Ну, все равно, так или иначе, у тебя плюс-минус пицца выходит. Ну, рублей 500 в общей сложности. Блять, как долго до этого мужика идти?
Я вспомнил этот серпантин, блядь. Помню, мы в детском лагере были. Мы вот по таким дорогам к морю шли тоже. Тещин язык. Мы пока шли вниз, с лагеря вниз к морю, орали кричалки там разные и так далее. И потом наоборот, когда шли с моря в лагерь, тоже кричалки орали. Глотки на второй день, наверное, все посрывали к херам собачьим. Ну-ка, а вот здесь вот у нас может быть... Не идет. Понятно. Я лом ищу. Вряд ли тут что будет. С полезных вещей. Ладно. Капрал Сент-Джон, верно? Марио, привет. Входи. А я вот как тут... у него бляха напидоренная блестит аж. Спасибо лейтенанту Уитекер. Хочешь попробовать? Улучшает пищеварение. Нет, сэр, спасибо, я просто... Лейтенанту Уитекер говорит спасибо за кофеёк. То есть его жена кофеёк к этому усатому таскает. Искал график дежурства. У меня для тебя работа. Эти люди, хотя разве это люди, забрали нашего человека. Лейтенанта Джустину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасу ее, сэр. Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Ты свободен. Чуть кружку не потерял, пока рукой махал. Пепперони 150 гривен, 389 рублей. Ну вот у нас, наверное... 350-380 самая дешевая стоит, типа, знаешь, какая-нибудь там 4 сыра, к примеру. Просто в этой пицце ничего такого особого нету, тупо какие-то овощи, типа помидоров. Сверху разные эти, как он, разные сорта сыра насыпаны, как бы, и все. Вот такая где-то 380. Ну и потом уже там, знаешь, где мясо больше, короче, там оно и будет стоить дороже. Максимальная, по-моему, 400 с чем-то. Че, анонс ты проебал? Я не знаю, что ты проебал. Я его еще во сколько? Где-то часов, наверное, в 10 или в 12 поставил. Кстати, здорово. Или в час даже. Нет, раньше. Я в 10 часов напоминалку, ну, анонс, короче, напоминалку поставил. Не надо мне тут ля-ля. Вот, еще 350 баксов дали за то, что мы с усатым попиздели. Плюс 1500 доверия. Надо вот эти сюжетки выполнять, конечно. За них хорошо накидывают всякой дичи. Вот у меня уже 9 соток. Сейчас мы как обуем тут всех на бабло с доверием вместе. Капрал Сент-Джон, жду тебя срочно в Diamond Lake. Есть, капитан. Сэр, yes, sir. Сейчас начнут меня шпынять туда-сюда по лагерям. Это кто? Это работа или нет? Diamond Lake. Это сюжетная. Вот это что такое? Я могу это сделать? Кажется, да. Да, мы сейчас туда, короче, туда вот на эту побочку и поедем. Я не знаю, что это за побочка. Может быть, я ее как-то просрал. Отправиться на север от Челмута. Туда километр пердолить. Ну, благо у меня байк, конечно, позволяет. По дороге мы сейчас, кстати... По дороге нахапаем лома, патронов, всякой херни. Но вот до этого капрала, конечно. Ну, короче, до этого капитана Америки или кто он. Короче, блядь, до старого деда усатого, до него пердолить постоянно долго. Я помню то, что падал тут несколько раз. Пытался, блядь, как-то сократить путь. Это гиблое дело. Придется каждый раз для его заданий, пердолить вот по этому тещиному серпантину. Ну, тещин язык еще, как она называется.
Чё? Как кто отмечает 1 сентября? У меня вон дочка сегодня во второй класс пошла. Так. Сначала мы за байком. Где-то он тут. А, они же его постоянно на выходе, да, по-моему, держат? Я не ошибаюсь. И раз, два. Хоть ты байки заправляешь, он будет находиться где-то в другом месте. А, ну, эй, возле механика. Нельзя. Строишь завод, ты факторишься? Чик. Тут, кстати, более понятный лагерь, чем предыдущий. Надо походить. Тут вчера все-таки дождался, 30 числа же у нас вышла Destroy All Human. Ну, естественно, ее на торренты выкинули, вторую часть, так что скоро будем проходить. Повеселимся хоть. Мозги из жопы повыдергиваем. Капрал Дикон Сен-Джон! Как меня слышно? Эй! Блять, как этот урод задолбал, я могу его заткнуть? Нужно? Очень жаль. Ага, ты на связи. Короче, я вдуплил, как этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? Душный гандон. Я сейчас занят, так что... Сейчас занят. В общем, тут прошел слух, что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом у полковника. И наркота хорошие. Наркотики сейчас такие дорогие. Я не употребляю, так что нет. Я вообще не в курсе. А что? Не-не-не, я тоже нет, просто тут этот парень, один из новобранцев, подозрительно себя ведет, постоянно выезжает куда-то. Подозрительно ведет этот душный клоун, который мне название каждые 30 минут. Ну, игрового времени. Просто скажи Коури, он сам разберется, ты понял? Оленев. Да, ты прав. Ладно, мистер Сен-Джон, поговорим потом, а как там, конец связи. Жалко этого уродца нельзя скипать. Куда тебя несет? Снайпер засел на дороге, черт! А это-то плохо. А где снайпер? А я хочу его завалить. Где эта мразь? Волков порубим. Волков. Волки. Это вообще с ними бесполезняк просто. По ствола в них стрелять. Да я вижу, что он наркоман. Ну просто он такой душный. Это радио свободный Орегон. Блять, вот это точно. Правда освобождает. И вот это душный. Коуп, заткнись уже. Вот этот, который постоянно названивает, новый пацан. Вот он душный какой-то. Не знаю, он мерзкий, бесит. Там люди! Тихо, какие люди? Вы сами люди. Он меня задел! Ну, пока каску с него собьешь. Беру. Все, обойму просрать можно. А че он сюда прибежал? А, точно, я же остановился, чтобы снайпера какого-то завалить. Сейчас будем по этим... По сосенкам снайпера еще искать. Твою маковку. Где он тогда? Снайперов надо по определенно вырубать, потому что они потом не ездить будут мешать. Собаки. А где снайпер? Мне он туда, где дымится. Я что-то врубиться не могу. Он кричал сейчас про снайпера, но его почему-то нет. Либо это глюк какой-то. Либо я его уже проехал. Может покататься тудым-сюдым. Вдруг он начнет меня смотреть. Да нет тут никого. Это наши.
Кирова знает, где этот снайпер ваш. Не хотелось бы с байка падать. Это больно. Не знаю, нет снайперов. Он где-то там, может быть, далеко. О, лом, ну наконец-то хоть что-то. Ну тут, в принципе, вообще уже на этой территории надо бы от лома отказываться как можно быстрее. Тут его уже немного совсем. Это на первой локации. Его там хоть жопой жуй в каждой тачке, тут уже такого не будет. Я поэтому и качаю вот эту вот ветку. Номады. Да травника. Вот, нападайте на мирных людей, которые зорька. Ходят за припасами. Сейчас мы эту гниду снимем. Далековато, конечно. Да ладно. Я его скопытил, но всех. Опять всегда поднялся. Одного, кровожадные ублюдки. Ублюдки, мать-то. Все нормально, мы сейчас просто 600 метров хоть и показывает, но там мне по дороге. Просто в объезд долго ехать. Так мы сейчас всех там это... Еще одна зона заражения. Стоять. Ага, тут у нас и гнезда, и все остальное. Давай гнезда чистить, хули делать. Я уже и забыл то, что они тут существуют. Давай. Пас. Он домой забежал. А дома нет. Есть. Я вероломно спалил его квартиру. Да, хоть пепла соберем. Так, еще где-то. Еще будет три гнезда. Я полагаю, что они где-то через дорогу. И скорее всего половина будет в машинах вообще. Ну, как они там все ставят, это как его. В каких-то микриках что-то там они все гнездо устраивают. Нет. Блять, может на горах. Угу. Тут и намады, и гнездо. А побочка вообще дальше. Ишь ты, поди ж ты. Бля, ну давай сначала тогда гнезда искать. Потом к намадам. Где ж тогда гнезда? Хм. Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Здрасте. Проходи по одному. Рассчитайся на паскуда, тварь. А гнездо уничтожено? О, тут я думаю, что-то они не горят. О, здравствуйте. Хуй там. Давай. Давай, блядь. Опа, не попал. Мне главное самому не воткнуться. Давай. Башкой в сосну. А то я сосну. Ай. Да ёпа мать. Рано.
А лагерек-то на Мадовске придется, походу, пистолетиком чистить. Так. Это второе. Но у нас есть как раз две ментовские тачки. А мы с них патронов сорвем. Чтобы было чем этих намадов ебать. Не переживайте, я вернусь и доведу дело до конца. Ага. В смысле, не переживайте, подожди, я гнезда чистю. Блять. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Ну вот. Он какую-то линию, видимо, пересекает. Начинает трещать про гнезда. Потом хлоп, чуть подальше отходишь, и он начинает про другое уже затирать. Томпсон и пулемет, да, да, будем брать. Я ими и пользовался, кстати, как раз, чтобы толпу размотать. То, что сейчас у меня, это просто, ну, там нужно было хоть что-то скорострельное купить. Я ж поначалу вообще, вот там, по-моему, гнездо. Я ж поначалу вообще с калашом бегал. Просто это немножко лучше. Твою мать. Это просто немножко лучше калаша. Не волнуйтесь, с вами я разберусь в следующий раз. Куда в следующий раз? Давай сразу. Кстати, автомат Томпсона, по-моему, самый такой топовый. Заряженная дома, хорошо. Сколько денег дали мне за это, я не помню. Не успел посмотреть. Да, вроде бы все. Ой, очко одно дали. Так, дальность взгляда следопыта. Да, пиздуйте растения, мне следопыт нужен. Вот, Томпсон, я говорю то, что он самый топовый, по-моему, на моей памяти. Сейчас видишь. Всё, сраные гнёзда. Пока. Теперь тут должно стать поспокойнее. Ни денег, ни хера. Возьмём. Я, может, все вообще возьму. Ну, просто, знаешь, чтобы потом... Вальярно сидеть такой. Хм. Ах, у меня автомат Томпсона, я возьму что-нибудь поприкольнее. Ну, типа там, пулемет. А может быть, давай сейчас вот угорим, попробуем без автомата Томпсона. Пизды им дать. Ну, как-то так. Все будет. Главное не торопаться. Так. И это гнездо мы зачистили. Теперь поебаем к этим. Охотник на засады. Они у нас вот тут сидят. Вместе со снайпером. Возможно, когда я проезжал мимо, он как раз про этого снайпера и говорил. Он его там, видимо, подсёк где-то между этими, между скалами. Блять, он опять живой? Да ладно. Они же не могли так быстро ему замену найти. Вон, в натуре, смотри-ка, кто-то подошел. И он тыкает этого старого снайпера и дергается возле него. Мудло. Саное. До свидания. Так, мне бы, наверное, выше, да? Хотя да, наверное, давай так вот просто в наглую пойдем просто наверх и дадим им немножко пизды. Короче, надо закончить начатое. Угу. И непременно. Да, оба трупа, это два снайпера почему-то. Откуда-то он взялся у них второй. Может, они почкованием тут размножаются. Он третий еще. Бабу повесили. Жути какие. Тут бухло-то на 1 сентября не продают. А мы тут транслируем вешаных людей. Откуда он светит фонарем? Подожди, ну... Надо его так ебнуть, чтобы он не мешался. Это вот люди! Так. Люди, хуй на блюде. До свидания. Прикончить ублюдка, он убил нашего! Дайте ему, мы сильнее! Сколько народу в лагере? Что это было? 15 человек. Сейчас ты сгоришь!
Такой тяжелячок небольшой пошел. Чин-чин-чин, чин-чин-чин. Слышу его! Нет-нет-нет! Да, за ним! В кустах засел ублюдок, точно! Он в тех он кустах! Он где-то в тех кустах! Уходим отсюда! Все назад! Опа! И вот туда еще. Вон там, в кустах прячется! Ай. Он прячется в кустах! Прижмите его! Возвращаюсь! Любите бить в спину! Он что, в паранже что ли бегал? Так. Еще десяточку надо. Чуть-чуть ебнуть. Попался! А чё тут? Все тут сидели, что ли? Хуя они тут, блядь. Рэмбо. Огонь, 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 огонь. И я... До свидули. Ну так, не буду! У нас почти! Укрытие! Да, у некоторых врагов, конечно, хитбоксы просто феноменальные, блядь. Это кто такой? Это с пулеметом, что ли? Ну, здравствуй, северный олень. Давно не виделись. Опа. А, блядь. Я забыл про жизнь. Ничего, сейчас расхуячим. Сейчас мы у него пулемет как раз изымем. Все заново, да? А! Да, прямо на подходе к лагерю. Меня и чекнули. Давай чекнем их. Там люди! Это все... Подождать, может, их сами подойдут. Куда-то пулеметчики они высрали. Смотри, какие, да? Полк веселых и находчивых. Далековато. Пекалям я засел тут. Далековато. Наверное, гирлянду эту лучше снять. Раздражает. Сзади! Обойди его, обойди его! Прям как Гаврилов. Вали, гада, он убил нашего! Он убил нашего, бать твою! Так, давай-ка полечимся. Прикройте меня! Ранение! Кто-то ранен! Твою мать! Что-то их многовато тут. Ну, подальше немножко. Озвучка моего почтения. Не в каждой игре, я тебе скажу, от первой, от четвертой плойки есть маты в игре. Далеко не в каждой. Он убил... Тут, скажем так, скорее херовенько диалоги прописаны, нежели перевод сделан. Еще одна сволочь. Но все, не уйдешь. Еще пятеро. А где пулеметчик ваш? Почему его не вижу? Ну, здесь уже. Вот он. А почему у меня не прибавилось народу тогда на уничтожение? Дай-ка мы его с автомата тоже. Раз он тра-та-та, то я тоже. Вот так. Он ранен. Гори, ублюдок! Шевелись! Последняя гадина. Ща добью. Гадина. Ага, Галя! Делаю возврат. Все, обрыгаюсь. Киса, держите пинсне, сейчас начнется. Нравится, когда на вас нападают из-под тишка, а? Ублюдки, да. Долбаные. Ублюдки долбаные. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть. О! Бункер — это вещь. Сейчас мы их немножко гопнем на какой-нибудь рецептик. О, что, его уже замело, что ли?
снегом припорошил. Бля, мне вспомнилась однажды моя ночная смена, когда я чищу снег возле своего цеха. Ну, так нужно было ночной смене под утро прочистить снег, тропинки сделать и посыпать песком. Я чищу снег, а он просто сзади нахуяривает точно такой же сугроб почти по колено. Я его чищу, он, блядь, падает, я чищу, и он падает. Думаю, идите вы нахуй, короче, как пройдут, так пройдут. В итоге прошелся просто в одну лопату, в длиной, по-быстренькому, чик-чик, и все. Ага. Ого. Тряпка. Так, оставляем вот это дело. Сдаем микстуру. Все. Теперь можно собирать всякую дичь. Всего полно. Слушай, да мы сейчас виноломим немножко. Экономим. Так. Ну и все вроде. Нет, еще четверо. Четверо в общей сложности. Аптечка, отлично. Вернее, заебись. И вот тут еще двое кверху. Еще двое. Вот эти трупы берутся. Я столько не убивал. Простите меня. Кстати, где у них вход в бункер? Тебе уже не нужны. Винтовочные патроны. Винтовочные, значит, надо еще искать двух снайперов. Бля, где они стояли тогда? Вот тут, по-моему, они где-то на пригорке, я их ловил. Нет, нихуя не тут. Ладно, короче, соберем, что есть. Остальное докупим. Три года назад такой штукой страдал, ибо я сам молодой смене был, до сих пор аллергия на это. Да, я однажды, блядь, снег чистил, ну, так же, возле насосной, с температурой. Я что-то чищу, смотрю, блядь, ну, как-то чувствую себя не очень хорошо. Ну, ладно, похер, дочистил снег, его, по-моему, часа два или три лопатил. Ну, хорошо так набросало. Металл нужен. Там почти весь день и... Всю ночь шел снег. Вот. От души, короче, накидался. Домой прихожу, меряю температуру. У меня 38,5, по-моему. Я думаю, блядь, как я не отключился, нахуй, пока чистил этот снег ебучий. Надо было вообще хер забить, сказать, идите в жопу, я болею. Но за 15 лет, работая на этой насосной, я сидел на больничном всего два раза. И то последние два года. До этого я, сколько это получается? 13 лет не был на больничном. Ёбнуться. За убийство меньше дают. За плюшечки тут у нас. А, ну все, у меня всего битком. А вот и люк. А вот спускаемся. И люк какой. Какой люк? Где люк? Люк, я твой отец. А, вот. Давайте мне какой-нибудь борзый этот какой. Какой-нибудь мне борзый рецепт. Кулинарный сейчас хуяк. Блинчики. Весь в муке, хуй в руке. Давай-ка мы, наверное... А, вот это, вот, здесь рецепт будет. Что это у нас тут? А, карта. Угу, 4000 опыта. 22300, блядь, для чего мне 22300 надо набрать? $650 уже плюсом, плюс доверие 1100. Еще немножко у меня будет первый левел доверия, что-нибудь будем покупать. Бита, чувак, какая? Улучшена. Это что? Инструкция. Сейчас мы чекнем, конечно, этот рецепт.
А мы его сейчас... Ее же здесь можно было делать. Ну да. Ловушки. Манок. Ну явно не в стрелковом же ее искать. Но вот здесь она была. Ну-ка, подожди. Может быть, у меня ингредиентов не хватает? Мать его. Нет. Тебе дали улучшенную биту, которую ты сделать не можешь. Шикарно, блядь. Чёс его знает, может быть, найдется потом. Ну, в округе точно ничего такого нет. Я прям зырю. Зырю, а тут нихера нет. Там какую-то просто шестеренку можно напердолить на этот, как его, на бейсбольную биту, и она типа круче стоит. Я не знаю, как это может быть круче диска циркулярки. Только, как говорится, одному разработчику известно. И все, да? Больше тут, по идее, делать нечего. Поехали к мотоку. Точнее, побежали к мотосуслику. Где-то я его доставил. Не, я разобьюсь. Вот это, в принципе, вся такая местность. На мотике уже напрямки не поездишь, чисто по дороге. Потому что можно ёбнуться очень хорошо. Качественно, так сказать. Точно по медицине ничего делать не надо? Ну да, все по максималке. Теперь наконец-то. Мы сможем поехать на какое-то побочное задание. Но потом не надо будет хотя бы чистить вот эти вот гнезда, уезда, вот это вот все. Стоять, Зорька. Теперь, наверное, давай. Давай, наверное, запускать. Чё делать? Тут сейчас прям много таких вот активностей, я смотрю, будет. Каждые, наверное, 5 секунд. Кайфуй. Чё-то размазанный чел. Аптечка, нихуя. Как его удачно тут распетрушило. А вот там, по-моему, уже по прямой это все типа конец игры. Ну, в смысле, это конец локации. Наш, по идее, вот эта вот вся локация у нас не очень широкая. Она скорее как-то воронкой как-то идет. Наверху, по идее, вот этой воронки у нас находится батя. Вот это вот быстрый переход. Тут еще какие-то гнезда. Это птицы, птичьи гнезда. Птицы-зомби. Прям как у Хичкока. Неплохой фильм, кстати. Ладно. Трубка. Нет, это не для этого. Че он собирает вообще? Трубка еще. Зачем? Канистра. Ну, канистру это заправить генератор, который я тоже, кстати, не видал еще.
Где генератор? Где генератор? Блин, ну там тут... Да, его тут точно нет. Значит, он на другой стороне. Сейчас мы его заправим. Какие-то трубки бегаю, собираю. А нахера они нужны? Там еще какой-то фрик тут рядом. Тут трется. Один. Он стопудово один. С правой стороны. Но тут гнезда еще рядом. Надо будет не забыть эти громкоговорители отключить. А то сейчас вся эта шобла-ёбла сюда слетится. Где генератор-то ваш? Ну вы, блядь, даёте. Где генератор? Только... По идее, генератор всегда у нас находится рядом с... вот этими вот домиками. Может быть, да нет. Он не может быть за пределами лагеря, явно. Может, я тут его где-то проебал? Да нет. И генератор. Вот, блядь, как позаныкают, нахуй. Конец. То, что надо. То, что надо. Стой. Я его запустил. Зеленый, это хорошо. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Так вот. Завалить, чувак, ебало. Еще два. Я же по инерции тыкнул, он запустил этот генератор, блядь. Тихо. Я прям чувствую, слышу толпу. Немного, конечно. Но мне хватит, блядь. Да ладно, мне показалось, что... Давайте все сюда, мне похер вообще. Ходи по одному. Ладно, они сверху все бегут, походу. Здравствуйте. Блять, это ж большой. А как давно у нас большие в футболках бегают? Неужели? Для Халка футболку пошит. Блять, их двое. Вот это попадос. Охуенно мне прилетело за 4 громкоговорителя. Да конечно, сейчас я на него сбитый еще. Блять, там и банши. Плохо дело. Ну чё, как говорится, разделяй да властвуй, да? Ай-яй-яй-яй. Готов. Есть. Тихо. Коридорчик-то узенький. Все, тихо. Да ладно, еще один. Уебанутые что ли, нахуй? Пиздец. Сколько у меня этих горилл сюда сбежалось?
На-ка, нахуй. Давай, говно. Но мне прилетело в ебло. Ай-яй-яй-яй. Ну и патроны. Сучара. Нечем стрелять. Логично. Блять, вот и банши. Надо эту сучку сначала вынести. Тихо. Все. О! Трофей. Ух! Отбрехались нахер. Твою мать. Песнец. Четыре сраных громкоговорителя сбежалось просто, блядь. Тут немного народу. Но жирных пизда вообще. Что тут все трупы делают? А, это другие. Ух, фрик. Аптечка. Не, я тут все в округе соберу. Пошли вы в жопу. Я тут столько, блядь, ресурсов просрал просто. Просто мне сейчас залезать вот в эту вот херню неодноразовую. У меня сейчас столько бабок снимут, что просто беда. И вот тут еще что-то. Кто-то что-то валяется. Там внизу. Так, блядь, там опасно находиться. Там, по-моему, или гнездо, или что-то такое. Ну, гнездо вряд ли, скорее всего, там туда орда заходит. Но это не точно. Что это такое? Возьмем. Горячавка. Понятно. Не, он тут за забором что-то валяется. А, ну он за забором забрал это все дело. Все, последнее ухо. Да? Или что это такое? Что-то вот прямо вот здесь. Я прям стою и смотрю на этот предмет, но он, его не существует. Как Йети, блядь. Он есть, но его никто не видел. Черт! Да, наконец-то. Так, ну о, теперь да. Посмотрим. Еще один регистратор. Что-то я не хочу это слушать. Некуда бежать, боец. Черт, не подходи к этой двери. Отсюда не выбраться. Нет выхода. О, нет. Я серьезно. О, там Михаил. Куда бежать? Все, здесь. Мишка залип. Он смотрит пристально вдаль. Господи, вот это приверженность долгу. Вот это Мишка ёбу дал. Мишка поломался и залип. Это мне нужно. Согласен. Давайте мне чемодан, и я пошел отсюда. Я уже тут слишком долго задержался. Вот еще патроны. Бесплатно. Для автомата. Еще один инъектор. Хорошо. А, я не знаю, даже давай концентрацию. Я, походу, давненько тоже ее не качал. По-моему, она разброс увеличивает. Уменьшает, наоборот. Так, 2000 опыта. Да, доверие к лагерю, ну ни хрена, кстати. 3500 просто в лагере. Чик только, как с куста. Это ништяк. Мне часто сложно сосредоточиться. Это я хорошо сюда зашел. Удачно. Все вроде. Бля, где шкафчик, кстати? Тут часто шкафы стоят с патронами.
Видимо, не сезон. Тут патроны так просто набросали, знаешь, как будто кто-то с лукошка шел и сеял их. Ну и ладно. Кстати, у меня нет возможности биту-то еще одну забацать. Прям которая улучшена. Ну, нет, так нет. Мне все-таки интересно, что это за бита такая улучшена. А вот шка. То есть ты должен по-любому сначала подобрать диктофон Неро, прослушать эту галиматью, а потом только шкаф у тебя заработает. $23. Вот не зря я собирал. Макси. Все. Уровень доверия повышен первый. Чтобы автомат Томпсона купить и все остальное, то что нужно, это нужен второй левел. Там аптечки будем скупать, если что. Главное, бамбуриков побольше. Чем больше денег, тем лучше. Так, мне нужно сесть на байк и ебать. Слушай, этот тоннель, он не этот, он сквозной. Где-то я тут канистрочку кидал. Дико мне. Прелесть. Прелесть. Моя прелесть. Давай. Вот так. Порядок. Соточка. Ну, байк не вижу смысла чинить пока. Там уже потом и починим. Причем прям в туннеле эти гнезда, походу. Либо по выходу. Да. Пока что-то я не понимаю. Оно же не может быть здесь, правильно? А, все ясно. А, оно на крыше прям. Эти сукины дети там, наверху. А остальные по бокам, где-то сбоку, там сверху. Ну, короче, сверху одна. А остальные тоже рядышком. Но всем прям на тоннеле расположен. Лагерь бандитов. Сборище головорезов. Сколько засад вы устроили на этой неделе? Ну да. Мы, блядь, доедем когда-нибудь до этого побочного задания-то, а? Пиздос. Волки, хуёлки. Не, как бы это все полезно, это будет меньше заданий. Это уровень доверия и бабло, как бы. Не пропадать же мясу. Ну да. Как он? Игриво уснул. Блять, я только резать. А он меня за жопу. Видишь, люди работают, чё грызть-то? Кстати, недавно узнал то, что если ты лезешь в тот момент к собаке, пока она жрет рукой, и если она рычать начинает, то это херовый знак. Типа собака, короче говоря, плохо воспитана. Не, типа что-то с психологией собаки что-то не то. Я должен типа повернуться. И вот там вот увидеть где-то гнезда. Направление же то? Да. Мы тогда сбоку вот здесь спускаемся. Сначала чистим гнезда и потом добираемся до вот того лагеря, где у нас снайпер светит.
Кстати, хреновая идея снайперу использовать лазерный прицел. В таких условиях его видно за 10 тысяч километров просто. Да, вот здесь по прямой бежишь. И будут гнезда. Правильно? Да. Что там куда-то? Куда-то я иду по кровавой воде. Ну, гнездо вот они. Должно быть где-то здесь. Рубим. Вот, мотыга какая-то прикольная. Вот, она лучше моей. Тихо. Я возьму ее, пожалуй. Здрасте. Рано замахиваться начал. Слушай, с удара завалил. Да ладно. Да, слушай, с удара херачит их. Шикардосненько. Забавно. Так, метательное оружие. Сейчас мы забацаем разок. Второй. А то их что-то много, надо прорядить немножко. Прорядить чуть-чуть надо. Давай. Угу. Что-то они суетятся прям за домиком. Ко мне не бегут. Че, мы завернем тут в катарсисе-то? Я не знаю. Опять здоровый? Да, блядь, вы серьезно, что ли? Нахер, я другое гнездо пошел зачищать. Слишком много больших. Гнездо. Оно где-то здесь. Пусть он там пока своих разматывает. Чё, это не гнездо? Ай, я, блядь, чуть-чуть не попал. Гнездо. Сожжём его. Я не то, что не попал, я туда фугас арканул. Ну, примерно тут. Давай сюда все. Ну, как говорится... Вообще, похую. Подходите все. Там еще здоровый где-то был, но мы его потом догоним. Все вроде. Давайте следующих. Какая хуйня, Миша, давай заново. О, какая глубокая пещерка-то у них. А там? Одно большое нихуя. Могли бы что-нибудь положить, я не знаю. Конфету чупа-чупс, может быть, ебать его колбасит. А и попиздил такой деловой. Как дела? Третье гнездо у нас где-то там в домиках. Сейчас проверим, кстати, куда у нас здоровый свалил. Он же не мог просто расщепиться на атомы, правильно? Он где-то тут. Но это не точно, вот он. Бля, вот не помню, я прокачивал ту способность, которая позволяет здоровых валить, пока он меня не видит. Давай-ка подкрадемся к нему. Да, слушай. Вот это шикарная тема вообще. Просто с копыт. Либо 70 патронов от винтовки ты на него тратишь, ну от автомата вот этого пососного. Либо просто один раз подошел, ножичком кольнул его и здрасте.
Надо было мочить сбиты. Починим, кстати. И вот так еще. И тряпаньку. Все, надо туда валить побыстрее, а то сейчас они выбегут все. Ковыряться дольше. Гнездо где-то рядом. Фух, я уже чую вонь. Чик. Чик. Ну-ка, а если заебнуть прямо в окошко? Это считается зажженным гнездом? И он как флеш уворачивается просто. Ага. Зона на ранчо. Еще 2500. Замечательно. Слушай, да я туда королем просто обратно в лагерь вернусь. Будут мне портки стирать с детским мылом. Стоять. А то я микробов боюсь. Тихо. Лысые, погодите. Как-то они не кучно вылетают оттуда. Не всей гурьбой. А, это альбиносы какие-то еще были. Хер знает. По-моему, от обычных фриков мало чем отличается. Так. Ну, раз уж аптечка валяется, грех не скушать. А что, мне не надо, что ли? Ну, окей. Все, по идее. Мне нужен лом. И патроны. Хотя, если я биту подберу... А, я просто ее подберу. Хотя, не, подожди. Ну-ка. Сравним. Сделав биту вот такую. Дубина упокоителя. Улучшенная бита. Вот такая, с гвоздями. Слушай, ну тут прямо у нас карт-бланш. Мне все равно лома не хватает. Да похер. У меня борзая, по-моему, самая по урону. Ну да. Прочность просто, правда, не очень. Но так вот эта штука, она вышибает прям вообще люто. По-моему, это максимальный урон, который есть. Берем. Тряпочки, бутылочки, сейчас все нужно. Я тут 6 гнезд запалил, ни одной карасинки не собрав. Починам, а керосинам не хватает. Где-то там, по-моему, морда гуляет. Прям неподалеку. Может, конечно, кажется. Но это не точно. Все, больше тут собирать-то и нехер. Так, у нас теперь лагерь. То есть, если я бегу по вот этому штрихпунктиру, блядь. Я должен до лагеря добраться. Хотя его можно, по-моему, вот как-то обогнуть. Мотик-то я потом возьму, это по-любому. Вот так давай. Бля, ну его все равно на карте не показывает, пока я на мотоцикл не сяду. Ладно. А вот как раз я и пошел в обход. Где-то за этими горами будет лагерь. Сейчас только надо придумать, как туда добраться. О, аккуратненько просто, как детки в школу. А вот этот лагерь. По-любому. Да-да, это он.
Сейчас мы найдем лаз, чтобы пробраться. Ну, явно не тут. Неплохо укрепились, прям стеночки построили, молодцы какие. Вы доберешься. Опять в обход. Засадный лагерь в Aspen Butte. Ну и название. А вот они тут все сидят. Сколько патронов? 91 штука. А вот снайпер тут походу. Сейчас мы его подрежем. Можно, кстати, его место просто занять и постреливать потихоньку. Тоже пойдет. Я вообще в том лагере. Нет, не тот лагерь. Этот лагерь у нас позже прогрузится. Если тут никого нету, но есть какие-то ресурсы, еще что-то, но полная тишина. Этот лагерь прогрузится позже по этим. Ну, неписи позже появятся и все остальное. Пока мы тут можем только вот побегать, знаешь. Тряпочки пособирать. Не более того. Надеюсь, что потом игра глюкнет, короче, и потом заново все ресурсы появятся. Что у нас с металлоломом? Все больше не выпускает. Музяка такая подозрительная. Да все, можно отсюда выходить. Тут и не будет никого, и собирать больше нечего. А тот лагерь, значит, дальше. Проверяем. Может, по этой тропинке надо пройти? Чехуя корда. Еще маячок. Маячок. Донеровский маяк. Микрорегистратор. Посмотрим. Эй, ты завтра дежуришь? Да, инъектор Мерл. Рабочий хоть? Меня сразу рабочий. Меня подрядили. Так вообще можно? Подрядили же. Ну да. Значит, силуэды. У нас что-то такое. А времени мало. Да, я понимаю. Но правда, видок. Они нас как-то плотно так, запрягают. Ну эта штука у нас сквозная. Куда я выйду? Как раз я выйду на тот лагерь. Что, когда было поиграть в шашки в своих отапливаемых бункерах? Сочувствую. Эй. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Что, понравилось? Теперь дело за остальными. В укрытие! Блять, он только дергаться начал. Твою мать. Прикольно, я подошел. Давай-ка мы полечимся. Как обычно, пистолет в зубы и погнали выносить. Кто-то сзади еще стреляет, что ли? Не пойму. Как будто патроны на меня, ну, выстрелы на меня сверху летели. Там, в кустах прячется. Сколько намодов вы уже перебили? Бронебойная тряпка у чувака на морде была. Ну, вот, в голову же. До свидули. Я думаю, что здесь бункер еще.
какой-то есть. Ну давай вот так вот, да? Хлоп. Хлоп. Я ему глаз прострелил. Сколько их еще? Еще 7 штук. Они что, блядь, на вертолете сюда летят? Попался! Иду назад! Приказ! Иду назад! Ой, дебил! О, вот это дело хорошее. Чик, блядь, плюс один лом, все. А чё они тут все прячутся от меня? Странное творится. Обычно люди же в тупую нападают. Это люди. Не вижу откуда. Блять, пулеметчик, это плохо дело. О, здрав. Сама сука. Сука, говорит. Вон он, пулеметчик. Нет, с автомата только. Вот так. Когда ему побольше в ебасос нащелкиваешь, нах, он тогда хотя бы вырубается. С пистолета ты не успеваешь, он тебя тупо огнем своим перебивает и все. Ты немножко как труп. Отходим! Куда отходим? Ты приходи лучше. Блять. Ку-ку. Не догнать, а? Ты смотри, какая гнида. Куда подойди? Я ее, по-моему, по волосам только задел, в пучок попал. О! Огонь, огонь! Где? Вот огонь. Иди сюда, крошка. Одного потеряли. Огнида. Одна осталась. Хорошо. Там фрик еще сзади за мной бежит. Блядская банши. Серьезно. Вот это в тему вообще. Да, тихо, 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 я не хочу заново проходить. Не хочу заново чистить этот лагерь с саной. Блять, а главное, на него не нападает вообще. Кажется, все. Вот тырок. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. Угу. Посмотри, ну, бункер. Да, бункер тут посмотрим, есть. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Поэтому лечимся, собираем лут. Тихо. Блять, еще банш. Да вы угораете, что ли? То есть, если орды рядом нету, вот одна такая сучка может пятеру минимум привлечь. А нихуя тут киса. А я первый раз таких вижу. А мы и кису ножиком. Неплохо это я сходил. Мясо пумы, слушай. Я что-то не могу припомнить, чтобы на четвертой плойке у нас пумы бегали. А, нет. Вспомнил. Да, они там были. Ты едешь себе спокойно на мотоцикле, а нахерак из кустов и просто тебя с байка сбивает. Пошибче засадных лагерей вот этих вот. Вредные сучки. Так, двое внизу. Чем патронов еще надо? Подкупим. Тряпка. А можно что-то сделать с т-т-т-т-н? Медициной. Че, типа ничего не надо? Как хотите. Здесь у нас, по-моему, снайпер, да, сидел? Да, вот патроны его. Пиздец. Убиваешь одного снайпера, два патрона дают. Вы серьезно? Че не 5 хотя бы? Не густо.
Давай наверх поднимемся. Стой, не с этой стороны. Наверху по-любому лом есть. Лом и что-то еще. Там всегда так чуть-чуть лежит. Каких-то небольших ништяков. А бункер в домике, где трансформатор. Это я все еще на побочку иду. Кстати сказать. Столько времени. Да ладно, ни хрена нету. Бля, я думал на всех вышках такая. Вот урода. Вот сразу видно, Хиды так и не старался. Раз у тебя персонаж по-быстрому не может с лестницы сползать, не чувствуются руки мастера просто. Нужно каждую ссаную анимацию посмотреть, каждого ступеньки. Кстати, скоро будем Bloodborne проходить. Будет много боли. Люк, ага, вот он. Ага. И патроны. Ну давай, 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 ну что ты, открывайся. Ай, блядь. Ну, а если ты лезешь наверх, по-моему, он сразу тебя перекидывает, если я не ошибаюсь. Это что, карта? Пометки? А, хорошо. Угу. Вот, еще 1700 деньжат. Бомба с датчиком приближения. По-моему, вот это вот дерьмецо нам пригодится для развала толпы. Что у нас тут? Как изготовить? А, отлично. Либо это, либо что-то похожее. Всего 18 баксов. А если бы в округе не лутался, было бы хуже. О, ни хрена, первый раз парашу вижу. Чистая, белая. Как будто за ней всей деревни ухаживали. А нет, кстати, все равно ты смотришь анимацию подъема по ступенькам. Видимо, это проклятие. Вот он, лом. Чик, плюс один. Ну, блять. Вы серьезно? Может, наверху что-то хоть валяется? Это что? Томат. А томат нам не нужен. Тут топор не то. Надо-то, блядь, 3 единицы лома всего. Ладно, похер, пошли, будем тачки скрывать, что делать. Ну, нихуя себе. А что-то гнезд много. Я туда пойду. Я должен сегодня добраться до этого задания. Только не пешком. Где мы? Где мопед мой? Сейчас я должен, по идее, спуститься вниз. Мимо домиков. Вот и лом. Мимо домиков спуститься, короче. Как раз я выйду к заданию и к этому, к лагерю какому-то, или что, ну и к мотоциклу заодно.
Много нес тут прилично, конечно. Еще и вороньи какие-то гнезда. Я думаю, если все, по идее, тут зачистить. Вот все, что красным сейчас горит. Вот тут, мне кажется, 5 гнезд, нихуя. И тут 7 где-то. Еще птицы, то, ну, ближе уже ко второму уровню доверия будет лагеря. Можно просто приехать и выполнять побочки. Ой, сюжет. Я все равно через вот этот, через гнездо проезжаю, да? Что поделать, не судьба, короче, походу сегодня добраться до этой побочки. Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Все. Тут у нас еще одно воронье гнездо. Я хуй знает, я попаду в него, нет? Бля, я не помню, как их разбивать-то нормально. Давай, волков сюда, конечно. Пизда. Я просто бить по ним не успеваю. По всем, нахуй. Они тут как-то одновременно все меня атаковали, блядь. Я вниз, короче, пошел. Да, вот еще гнездо. Тут еще одно гнездо. Приятного аппетита, как говорится. Еще одно. Погнали. Бля, как же воронье это гнездо разматывать? Че, только два? Да ну на. Ну и ладно. Ой, еще одно. Здравствуйте. Дай-ка мы тут наделаем делок сначала. Оп. Оп. Давай, выходи все сюда. Ой, не то. И содержите пенсне, сейчас начнется. А нихера тут не начнется. Бля, как же ворон-то валить? Коршуны эти заебут. А мне ничего такого и нету, кроме... Я же не могу так высоко молотого ёбнуть. Низко. Я не знаю, либо вариант в том, то, что мне потом научат меня как-то эти гнезда сжечь. Но сейчас у меня просто нечем. Хера, меня тут покоцали просто. По прямой еще 2 гнезда. Короче, разматываем гнезда фиг фриков, а насчет птиц я пока не знаю. Где эти педики тут? С правой стороны где-то. Вот одно вижу. Где оно? Твою мать, или рядом где-то. Давай, цыпа, 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 цыпа. Где все? Наконец.
Все, только два, да ну нахер. Они там в текстурах застряли, а нет. Тут у нас это тут Ирак. Он пока своих не замочил, не успокоился. Вот говнюк. Эть. Ну я почти ушел. Нормально так. Прибыла не было, кстати. Тут еще ухи. Ухи какие-то. Так, это все дело хорошо, но, блин, а чем же у нас птиц валить? Я вот вообще в упор не помню. Вроде как должны меня научить этому. Что-то дать, какую-то херню. Может быть, ее позже надо будет открывать в каком-то из лагерей. Вот вообще не помню. Коктейли точно не достают. Надо что-то или типа зажигательных патронов, или что-то в этом роде. Вообще не туда. Где-то спиной ко мне. Теперь правее. Теперь левее. И вниз. Вот в этом контейнере что? Еще левее. Ага. Где-то или в скалах. Или вот в этой скале. Гнездо. Фух. Должно быть где-то здесь. Так оно вот здесь. Только внизу. Вот. Да идите вы нахуй со своим опытом, я тут убиваю фриков ваших. Лени. Конец. Так, чё? Ухи, 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 ухи. Так, есть два гнезда. Который как-то уничтожается, но как я хер его знает. Ну, у этой тоже, в принципе, такая же дальность полета. Глушитель я могу туда поставить, все. Фугас. Ну не с фугаса же их херачить-то. Да, ну это тоже метательно. Не знаю. Я потом с этими гнездами, походу, буду разбираться. Пока вариантов никаких. Мы сейчас просто сядем на мопед, короче. Доедем хотя бы до этой, до задания все-таки. Кстати, я смотрю, тут ресурсами-то особо не балуют вообще. Они начинают потихоньку мне заканчиваться. Прямо аптечки тоже. Фриков, походу, больше, чем людей, поэтому... Раньше я там тряпки, стерилизаторы и так далее, в основном лутал с трупов намадов. Помню, намады их зовут.
Хотя тут, по идее-то, надо только качнуться до второго уровня лагеря, и все нормально будет. Автомат. Давай, патроны для автомата. 60 плюс 97, 50, 157 штук. И вкусно, и грустно. Потом уже после стрима загуглю, короче, как у нас это. Тихо. После стрима загуглю, как птиц убивать. Каждая псина, блядь, укусит. Ты смотри, какие, а. Что тут валяется? Керосина. Берем. Ладно, я туда уже не пойду. Далековато топать. Тут у нас лагерь, по-моему, будет. Опа, лом, иди сюда. Куры волков тоже продадим, хоть какой-никакой, я тут еще и фриков настрелял. И бабки, и доверие повыше. Пригодится тоже. Один хрен, до конца игры будем на этот лагерь пахать. Другим уже, по-моему, лагерям нас просто не пустят. Мне же не зря спрашивали, типа, ты уверен? Ты все Майка сделал. Молчание. Это наверняка ее. Чего? Что нового? Так, гуляю. Курицу надо убить? Допустим, в печени. Полковник, это капрал Сент-Джон. Я там, где в последний раз видели лейтенанта Норвуд. Здесь все серьезно укреплено. Вы точно хотите, да чтобы нихуя я пошел серьезно. В одиночку? Выполняй приказ. Зажжем его! Конец связи. Ну все, сейчас. Ой, горим, ой, горим. Ах ты, ебаная курва. Сейчас зажигание какая-то. Он там за... Ранили! Да. В принципе, кто мне надо, подойдут все сюда. Давай. Касочку покажи мне. Все назад! Все назад! Нет, 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 нет. Иди сюда. Уку, мальчик. Отступаем. Назад. Слышали? Пошли вы, блядь. Пока дождешься, нахуй. Нет! Ну, эти хоть шапки не бронированные. Гори! Вон сколько дурачков. Повыбежало. Ай, блядь. Ну, отсвечивает, отсвечивает. Тут ничего пока не сделал. И подарочек, засранец! Это с левой стороны, да, по-моему, кто-то тут стреляет молотами. Я ранен! Я ранен. А остальные там уже, в глубине, как говорится. Давай мы пособираем тут печки вот всякие, полезности, всякие укусности. Потом пойдем спасать.
кого-то там. Тут же еще мы, да-да-да, мы будем на какой-то еще дополнительный лагерь работать. Или что-то такое, блин. Кто-то прям здесь, по-моему, кто-то будет сидеть или что-то такое. Блин, смутно очень помню вот эти вот сюжетные твисты эти ёбнутые. Я вас тоже вижу. Где-то тут они. Пизду, я поближе подойду, не видно нихера. Лейтенант, вы здесь? Лейтенант. Все, собирать-то нечего. Отходим! Очко. Одно доступно очко. Увеличенное мясо нет. Тоже не то. Подсветка контуров при использовании следопыта. Вообще с этой ветки, по идее, мне не нужно ничего. Мясо точно нахер. Запас сил, да. Что делать? Мне вот эту ветку надо открывать. Куда вы собрались держитесь. Меня прижимать? Я иду. О, какой. Ты что, дурной, что ли? Стоит он ножульками, машет. Я победил его в честном кумите. О. Что она делает? А, ее к болту привязали. Мое почтение этой веревки. Сейчас, секунду. Руки пляшут ну через что, текстуры. Сент-Джон. Слава богу, я уже отчаялась. Да? А ты не отчаивайся. Один хороший друг сказал мне, никогда не отчаивайся. Потерял надежду, и все, считай, ты труп. Буду иметь это в виду, когда... Охуенное наставление, если вы отчаиваетесь, не отчаивайтесь. Все. Ну, вы в порядке? Короче, лагерь зачищен, ваш байк цел. Сможете добраться самостоятельно, а? Да, доберусь. Спасибо, Сент-Джон. Не за что. Все, гоните быстрей. Ты из того же разряда, если вы бездомный, купите дом. Хоть давно не ел, поешь что-то. Так, еще 3500. Сейчас бабла у меня, чувствую, будет знатно. В этом лагере я просто туда приду уже с десяткой на кармане. Там хоть зателепортируйся просто. Так, это последний, да, по-моему, кого я не подобрал? Вверху жопами рельсы морозит. Чик. Вот это вот тоже. Чик. И вот это. Вот так вот. Да и все, по идее. О, вот это дело хорошее. Иди сюда. Полная обойма. Его. Вообще, в принципе, только лома немножко собрать и аптечек. Ну, даже аптечек особо-то и не надо. Я, по-моему, дольше сюда добирался просто. Че, до байка доберусь, попробую портануться. Вроде можно. Ну, типа, левел доверия позволяет портироваться и все такое. Ибо в рот 1,7 км ехать. Еще по этому серпантину. Вот так вот. Фиг. Это поправимо. Порядок. Так, ну и давай запрыгиваем на байк. Карта. Потом.
где-нибудь в этой степи буду тусить. Тут, скорее всего, у нас вот этот центр, где у нас тёлка работала. Но вот это вот Нера, где они тут вакцины какие-то делали и так далее. Мне туда по-любому надо будет. Птиц я пока не знаю. Вот быстрый переход мы замутим. Хотя бы Лысого послушаем, что интересного скажет. Хотя что он пизду мне скажет? Полковник, открывай! Докладываю. Было непросто, но я ее вытащил. Лейтенанта Норвуд. Молодец, капрал. Я вышлю патруль навстречу. Угу. Она сказала, что обратно доберется сама. Я попозже свяжусь с вами, узнаю, как она. Отбой. Бензин нужен, да? Да. Тут первый уровень доверия. Ага, то есть, короче говоря, ты делаешь побочки, но не все прилетают прямо в тот лагерь. Некоторые этому лагерю отходят. Ну, до встречи, капрал. Байк не потерять, ладно? Ладно, мы посмотрим, короче, где что. Попозже. Капрал, прием. У меня есть дело, требующее уникальных способностей. Конечно, да, сэр. Помнишь Васкиса? Того, что в самоволку ушел, мы проследили за ним до лагеря лесорубов, помню. Этот человек, сержант Ли Андерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. Stick and destroy, короче, как обычно. Все же у нас побочек никаких. Да. Сейчас нас будут по этому кусочку карты мотылять тудым-сюдым. На всякие вот эти вот заданица небольшие. Капрал? Ну, доехать мы точно туда успеваем. Посмотрим, может быть, и выполнить это задание я тоже успею. Будем закругляться. Полковник, прием. Хотел узнать, как там лейтенант Норвуд. Капрал, я только что прочел ее рапорт. В нем говорится, что ты уничтожил целый лагерь намадов в одиночку. Ну, не благодарить. Не мог же я ее одну там бросить, сэр. Uh-huh. Очень хорошо, капрал. Капитан Коури рекомендовал тебя к повышению, и я начинаю понимать, почему. Тут, по-моему, лом. Блять. Ще остановиться не дадут. Да вали ты нахер. Ты только на секунду затормозил. Там еще кто-то нехороший, по-моему, едет за мной. Просто весь радар красный вокруг. Тихо. Давай юзить. Юзить на что-нибудь полезное. Вот лом еще. Лом же. Ой, топор. Там что-то лежит. Это тряпка. Да, тут в разы просто меньше этого. В разы меньше лута. Можно тут еще посмотреть, конечно. Пустенько. Ой, да похер, пошли, короче, уже на задание. Останавливаешься, тут же теряешь этот лут. Чтобы заново его собрать. Йоу. Пойдет. Yeah.
капитан Коури. Я там, где в последний раз видели сержанта Андерсона. Если на нем наша повязка, принеси ее мне. Не хочу, чтобы ее носил вонючий предатель. Вас понял. Конец связи. Так, тут у нас гнездо, получается, ворон. То, что надо. Это точно. Я их вижу. Хорошо. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. Мне по прямой надо дальше что-то искать. Возможно, после вот этой миссии меня могут, ладно, могут Андерсон, научить. Давай сразу к делу. Ворон уничтожать. Уж больно до хрена их тут. Или мне кажется. Аптечка. Берем. Так, а что мне надо? Сувениры на память. То есть эту тянгу где-то тут завалили. Ну или что-то в этом роде. И я должен притащить какую-то хрень от нее. То есть это может быть любой предмет вообще. Блять, птицы-зомби. Ну, придумал их. Ну, нахрен они тут. Вот серьезно. Вот зачем птицы вообще? Может быть, тут то, что нужно, я ищу. Слушай, а может быть, искомый предмет красным именно отмечается? Вот что-то красным отмечается. Это у нас бочка. Ну, так или иначе, придется все дома обойти. Ну и ладно, что-нибудь полезное найдем зато. Я зажигание, но эти свечки зажигания для чего-то же нужны, скорее всего, для какой-то составной бомбы, взрывчатки. Ну просто же так. Найдите цель Андерса. Он точно где-то здесь. Да где же он? Этот дом. Он болтать начал, то, по-моему, есть резон прям тут все-все обыскать. Нету. Посмотрим поближе. Вот. Нет, тоже не то. Вот она, цель поисков. На него напал волк. Что тут у нас? О, черт, волки. Да я уже заметил. Что-то вот. Так, надо осмотреться. Ладно. Вот это вот. Где? Когда кто-то по... Господи, байк напополам раскусил. И как мне теперь забрать свой трофей? Чего? Его волки типа утащили. Ну да. Лавовая пещера Дед Койоти. Маячок Неро. Так, и где он? Что камера трясет? Надо найти другой вход в пещеру. Да не надо ничего искать. Я вон бита какая. Надо найти другой вход в пещеру. Еще один регистратор. Заметка номер 1463. КП, рабочий. Мы находимся в секторе 301. В лавовой пещере Дед Койоти.
иронии судьбы, мы осматриваем здесь останки Canis Lupus Mutans. Клыкачи, как их называют местные. Я вот все хочу спросить одного из вас. Из нас? Да, ну, из исследовательского отдела. А как вирус, ну, перекидывается? В смысле, с одного вида на другой? Да, мы же видели кошек, собак, птиц, волков. Я не знала, что так бывает. Ты знаешь, что такое занозная нейроинвазивная вирусная инфекция? Нет, без понятия. Он сам это слово только что придумал. Бешенство. Как и этот вирус, бешенство передается через контакт с железкой, слюной, кровью, семенем. Фу, гадость какая. И хотя в основном оно поражает млекопитающих, опыты показали, что также оно может поразить птиц, рептилий, даже насекомых. Ты знаешь, сколько в мире млекопитающих? Много, наверное. Да, много. 5488 видов, по некоторым оценкам. И все они – кошки, кролики, собаки, лошади, скунсы, опоссумы, крысы, обезьяны, сурки, еда, волки – могут подхватить и распространить вирус. Боже! Как-то не в тайминг они атакуют меня. Взгляни на мускулатуру этого субъекта. Опухшие, вспученные над суставной кости. Он обязательно меня кусанет, а потом только я его лупить начинаю. Нормальный волк может развивать скорость до 37 миль в час, а этот и до 60 разгонится. Попутно пережевывая покрышку от мотоцикла. Для нас это означает, попал вот что. Таймин. Нам надо радоваться, надо же, что большинство млекопитающих скоро вымрут. Лучше уж они, чем мы. Все, пошли отсюда. Все, я собрал эту повязку. Лучше они, чем мы. Тихо, тихо, тихо. Блядь, Мишка, ну вообще заебись. Шатун, капец мне. А, может, да не капец. Обойду его как-нибудь. Нет, давай убивать. Попал. Народ, боевка с Мишкой. А он сам подох. Короче, если ты в тайминг попадаешь и прожимаешь все вот эти вот кутые моменты, Мишка дохнет. О, раз. Круто. Ухо сдадим его. На опыты. Так. Все, да? Мне нужно отдать доказательства. Ну, давай. Заправим моцик, чтобы поменьше заплатить за это все в удовольствие. А, так он заправлен. Готово. И быстрое перемещение. Еще какой-то лагерь. Карты, конечно, чистить и чистить. Невозможен быстрый переход во время боя. А почему? Кем мы тут, интересно, бьемся? С птицами? Теперь надо как-то вернуться и сдать эту штуку. Как-то вернуться? Берешь вот так, ты возвращаешься. Все равно невозможен. Ю мать. Ну это из-за птиц по-любому. Ну давай сейчас чуть-чуть проедем. Не то? Вот. Так, квестик сдадим, да можно завершать стрим. Посмотрим, может быть, завтра еще днем. Играю. Это капрал Сент-Джон. Открывай. Мое почтение, капрал. Капрал? Как жизнь? Сержант? Локас, да? Ты откуда? Так, не то. Не могу узнать по акценту. Заправка. Так слышно, да? Ну, родом я из Канады. Я был здесь в отпуске. Счастливо, капрал. И будь осторожен. Здравствуй. О, сержант. Сколько лет служил? В армии, в смысле? Да,
Я не видела твою присягу, но солдата я узнаю за версту. Понимаешь? Понимаешь? Пока, капрал. Кухи мы сдадим в тот лагерь самый. Капитан, я нашел вашего Андерсона. Вы были правы. Угу. 1700 заработал, еще 2500 доверия. Ну, такое. Побегать сюда придется тоже. Хотя, подожди, вот есть ли резон вообще? Механик, это понятно. Чем могу помочь? Эй! Припасы. Не то? Шкаф. Что, не в духе? Тут этот лагерь у нас типа лагерь Коупланда. Как такой же. Чисто на этот... На механику. Привет. Ну, то есть на мотоцикл. А второй лагерь у нас будет на оружие. Качать придется все равно оба лагеря, как ни крути. Ну и ладно. Главное, что телепорты работают. Вот насчет птиц, вот я не знаю. Вот этот лагерь можно зачистить. И вот тут потом тоже почистить эти. Ладно, посмотрим, как говорится, как карта ляжет. Ладно, сегодня будем на этом закругляться. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Лайки, комменты, подписка. Все знают все. Поэтому... Пишите, жмите. Всем пока. Удачи.